Let's get it. Да будет тебе, Оз. Пиццерия Джеффа далеко не самое худшее место. Каждый день лета похож на предыдущий. Я прихожу, беру пиццу, несколько часов глазею на желтые стены, покрытые жиром, а потом жду, пока ты меня не заберешь. Спасибо большое. В чем тут веселье? Я уже даже рад, что завтра вернусь в школу, потому что приходить сюда буду только по выходным. Прости, сын. Я знаю, что никому не хочется проводить все свое время в захудалой пиццерии. Спасибо за подписку. Но это все, что у нас есть. Это все, что мы можем себе позволить. И рулит Мерседес G-класс, слышь, я по приборке определяю. Ты же знаешь, что после закрытия фабрики у нас проблемы с деньгами. Когда я устроюсь на полную ставку в магазин? Если этот магазин вообще не загнется раньше, в этом городе все загибается, либо уже мертво. На! Локтем зубы выбей школьнику, ебаному, слышь, распизделся. Рассказывает батя, что делать, сиди пыть жуй, гнида, пепперонику взял и грызешь. Мне 5 гривен в школу давали на сосиску в тесте и сок, блядь. Мудак пыльцу жрет и выебался на заднем. Не в автобусе, а в батиной тачке, ебаться. Да пошел он нахуй, блядь. Почему мы не можем поехать в соседний город? Да в Нью-Йорк, блядь. Там теперь все мои друзья. Поездка недолгая, бабушка переживет. Да блядь. Я отвечаю, я в конце бабку пырну за точкой в шею, блядь. Лишь бы в Нью-Йорк переехать, к братве, бам на Манхэттен, нахуй. Поездка не вариант, если только хрупкие бабушкины кости не окрепнут за ночь. Освальд уже задумал, да, как бабке ноги, нахуй, переломать. Едем, едем, едем. Может, мы просто укутаем бабушку в пупырку? И в реку, нахуй, бам. С якорем. Дрипс. Ха. Если бы все было так просто, даже великая мощь пупырки не сделает бабушку сильнее. И тут ничего не изменишь. Эх. Ничего. Кстати, об изменениях. Готов поспорить, что тот опоссум все еще лежит на углу светофора. Думаешь? Давай заключим пари. Если эта тварь еще там, с меня дополнительный доллар на еще один кусочек пейтси. Да ну не побалуешь, эй. Ух, Спасибо за подписку. Ну ладно, может, все-таки в Нью-Йорк бабку пырнем, слышь, я уже и не против. Спасибо большое за сосиску. Я думал, сейчас батя предложит вместо пыти похавать. Все наладится, Оз. Да понятно. Куда уж хуже. Вот это правильно. И поехал на колымаге своей. Как еще колеса крутятся, я вам. Что я за отец такой, что не могу порадовать его, не говоря уж о том, чтобы купить ему что-то помимо пыцци. Прости, что все так получилось, Освальд. Пап, мы опять опоздали. А я где? Помнишь, как раньше это было самым крутым местом? А то мои родители постоянно возили меня сюда. Я до сих пор помню, как играла в бассейне Спасибо с шариками и заразилась лишаем. Спасибо большое за сосиску. Спасибо огромное. А кто бандит? Какая нахуй мать? Где мама? Спасибо за подписку. Мне под стол задреть? Фу. Видимо, поэтому здесь все, все еще ограждение. Ну и потому что... Ну ты знаешь. Секретный бассейн с шариками? Ну как это может быть страшно? Ну объясните, ну как? Зал кафе. А тут спот, слышишь? Охуеть, еще ему не нравится, это заебанное место. Бля, будь ошкалоебом, меня сюда привезли, я бы охуел. Вы че, орете? Вообще все славно. Пыцки похавал, бам, холл для вечеринок, дрипс. Он еще не знает. Я просто домой пойду, пешим. Здорово, Джерри. Я подумал, там батя ждет, я домой. Я обещал отцу, что буду здесь, пока он меня не заберет. Да и хуй с ним. Спасибо пока за еще не могу подписку. Уйти. Может, стоит сходить посмотреть на бассейн с шариками? Да пошло оно все нахуй! Джерри лишайный стоит, блядь, я в...
дредлоки заплел себе америкос, блядь. Хуль ты рэп не считаешь, блядь. Бассейн с шариками, ебаться. Это я тебя послушал, что вот эти челы базарят, да? Давай больше не будем разговаривать об этом отвратительном бассейне с шариками. В пысь, гнида, нахуй. Чё за бассейн? Ух ты, вау. И вправду, выглядит немного мерзко, но интересно, что будет делать отец, если я спрячусь и пропаду на некоторое время. Может, так он поймет, что не стоит оставлять меня одну в таком стрёмном месте на весь день. Очень умно, очень. Ну, пойду... Ой, блядь, тварь! Бруда ебаная, нахуй. СС дайте, блядь! Надеюсь, что не подцеплю здесь конъюнктивит. Знаешь, что это? Я нет. Это какая-то... Ну, какая-то болезнь, видимо. О! Ну, это въёб с нулевой. А где я? Что? Ебать, это что за хуйня? Вы кто такие? Кыш! Вы чё, блядь? Слышь, Кепка, ты кто? Эти персонажи похожи на тех, кого я рисовал. А я храпака словил, что ли? Это место шикарное, хочу остаться здесь навсегда, эй! Нифига себе, тут вообще вся братва, блин, я в ахуе. Вот маленький гномик Твунтик стоит, все здесь, блин. Че, папа сказал, что потом мы поедем смотреть кино, вау! Да ну офигеть, а что будете смотреть? Не знаю, что-то про людей, которые охотятся на привидений. Не помню название. Дима Масленников, ролик на ютубе такой. Я видел этот фильм на этой неделе. Следи за слизью. Чивава, бро. Это что за хуй? Танюня, Ведмедь Фёдор, привет! Ведмедь Фёдор, я твой фанат! Танцуй, Ведмедь Фёдор! И вот так поехал, да есть же! Как же я люблю Ведмедь Фёдор. Эта тусовка мне нравится, реально. Вы сюда. Эта дверь заперта. Охуенно. Эй, чувак, крутой шмот. Никогда не видел такой прикид. Thank you. Мне нравится твоя футболка «Будущее прошлого». Это мой любимый старый фильм. «Назад в будущее». Старый? О чем ты? Он вышел всего 3 недели назад. Забей, он просто прикалывается. Меня зовут Майк, это Чип. А где Дейл? Как тебя зовут? Меня зовут Освальд. Да, как волшебник. Я будто аристократ просто, ебать, охуеть. Волшебника? Из страны Оз. Да, я смотрел этот фильм. Мои родители зовут меня Оз. Думаю, они оттуда и взяли мое имя. Почему мы не видели тебя раньше, Оз? А я в шариках 10 лет прятался, извините. Ждал, пока папа приедет, он забил хуй. Спасибо за подписку. Спасибо большое за сосиску. Я, это хороший вопрос. Ты забавный. Новенький быть неплохо, Оз. Благодаря новой фабрике в город съезжаются новые люди. Бля, я в прошлое попал, абсолютно новый. Мой отец работает там. Отец Майка тоже. Уверен, твой отец тоже устроился туда. Бля, я нырнул в шарики и попал в прошлое, охуенез. Но у меня у детей в чате развивается боязнь шариков теперь. Просто фобия. Что? Но... Чип, слушай. Ты совсем загрузил новенького. Дай ему освоиться. Тут модные слова, какашки. Хочешь поиграть с нами в Pizza Roller? Конечно. Ты что, блядь? Звучит интересно. Но не думаю, что мне место именно здесь. А где же тогда? Нет, это Pizza Roller! Pizza Roller! Pizza Roller! Да ладно тебе, я хочу еще поболтать с тобой о фильмах. Решено. Пошли с нами в зал игровых автоматов. Лех, поставь на минутку на паузу. Я покушать наложу. Я не могу сейчас отойти тебе. Спасибо за подписку. Спасибо большое за сосиску. Я не буду с ними играть, они какие-то стрёмные типы. Не понимаю, что происходит, но думаю, я могу немного потусить здесь. Лучше, чем прятаться в этом мерзком бассейне. Да и непонятно, во сколько приедет отец. Я подожди! Нет, надо проверить, могу ли я вернуться обратно. Это полная хуйня. Это полная хуйня. Надо проверить, работает ли телепорт назад. Так, кыш! Да,
Ау. Все? Въебахтунг. Бля, прикинь, все-таки конъюнктивит сработал. И я просто галюны ловлю, ебать. Что такое конъюнктивит? Основная причина заражения оболочки глаз. Да, мне это все чудится, короче. Все, все понятно. Вообще-то не стрёмно. Мне все чудится. Ну, типа, вернуться в прошлое таким образом вообще охуенно. Ща батю своего молодого встречу, он где-то тут за столом тоже пыть кухавает, да? Пап, ты? Этот ребенок есть пытью со вкусом макарон с кетчупом. Фу, damn, он slave, он лох. Я всегда за развитие вкуса в пыти, но это уже пи***. Видимо, тебе никогда не попадалось пыть с ананасами. Ананас в пыти? О боги. Тоже мне, купон на пиратскую вечеринку Фокси. Не-не-не-не, положи! Только не Фокси, нить! Привет, Мишка Фёдор. Это что, плов у тебя? Я так и знал, что Мишка Фёдор узбек. О, подарок. Газировка со вкусом пыти. Это, конечно, стрэндж. Хочу колпак себе. Дай колпак. Колпак отдай. Забронируйте комнату для вашей следующей вечеринки. Бесплатный официальный торт Фредди Фазбера при каждом бронировании. Да. Здорово, Лёха. А я уже в нее играл, а вот сегодня. Видео на канале. Не давай, иди нахуй, съебахтунок. Не сказать, что игру украл у меня из херечевого какашки. Ну ты в натуре рыли люблю. Ну спиздил еще. Да, немножко подбодил у куплинга. Ебать! Да нахуй, то настоящее! А тут есть вот этот... Слышишь, тут есть вот так крутишь, и вот там семерочки, вишенки выпадают, и бабки вот так сыпятся. Есть такое, чи нет? Или собачки по 500, тут такое можно найти, чи нет? Мне такое очень нравится, блин. Такие вот игрушки, реля, блин, ну я. Здорово, братва. Ос, ты когда-нибудь играл в Pizza Roller? Да как-то не удавалось, брателло. Это самая последняя лучшая модель от Фазбера, так что я не удивлен. У нас тут эксклюзивчик. Не хуйся. Что за Фазбер? Ха, чувак не знает о Фазбере? Damn, play! Вот, бери шар, и мы покажем тебе, как играть. Сначала ты будешь против меня, я буду поддаваться. Возможно. И тут как мегадодик на Сильвере зашел с Авиком, блядь. Бам-бам-бам-бам-бам! По соседним стойкам поехал. Это самый легендарный гамеплау. Задача заключается в том, чтобы набрать как можно больше очков, запуская шары в кольца. Ты меня удумал, чип. Тут самые большие очки мимо колец. На конце есть рампа, которая запускает твой шар, так что нужно управлять скоростью. Кстати, по поводу скорости, там за соседним столом барыга стоит или кто, блядь. Зацени. А это он пуляет? Да он с софтом. Тварь ебаная своим локом, блядь. Тише. Бам! Вопросы, нахуй! Вопросы, блядь, папа-то ебет. У нас в 90-х такие же стояли в школе. Новичкам везет, говорит. Он-то не знает, что это единственный работающий автомат в моей вселенной, нахуй. Ну, Майк хуйсос. Майк хуйсос, надо кепку съебать. Сбить это пи***ц. Какой полтинник? Майк лучший в городе. Даже слишком хорош, на мой взгляд. Бля, потом окажется, что Майк это мой батя, типа, или чё? Не то чтобы я прям старался, я просто застрял здесь на все лето, пока мои родители работают. Но как только мы все вернемся в школу, я потеряю навыки. Я промазал. Ну, бля***ц. Ну, какие 10? Тварь ебаная. Ну, попадёшь сейчас, конечно, железно. Мудак ебаный. С триггерботом, тварь, блядь! Ты тоже ходишь в школу в Вестбрук? Конечно, здесь только она и есть. Вопросы. Вопросы. Папа-то ебет! Папа-то ебет! Порох пороховницы есть еще, блядь!
чем Исид 50 выбивает. Я слышал, что у нас будет новая учительница в этом году. Кажется, ее зовут миссис Мичем. О, спасите шар, постарайся. Криво. Мой боже, блядь! Рестарт, рестарт, у меня, блядь, рука затекла. Ну не, давай рестарт, но это мудила запотела, твари. Ну что за хуй? Ну сын дерьма, рестарты, как мы тэпнулись, сука? И сразу ТП прожал, готовьтесь убегать. Мы прятки рубим? Ни сюда нельзя, в шарики, в шарики, в шарики. Лев, здорово. Как оно? Ферзденна. Спасибо большое. Удачного стрима. Все. Нет, здесь Unreal найти. Здесь Unreal найти. Это ж комната для ублю... Хуй в кепке. Ну какая мразь ебаная! Ну слыхающе в придачу. Блять, какой гадон. Да, он сразу пошел именно в эту руму, блять. Ясен хуй. Ох, сегодня здесь много людей. Похоже, мне не убежать от тебя, чип. Возможно, ты прав, все хотят наиграться до школы. Хм, может, тогда поиграем в прятки? В этом я хорош. Хм. Так, стоять. Сейчас найдем ебаный спот. Мы пойдем в охрану. Пойдешь через час видосик записывать? Сейчас я только Sweet Bonanza докручил казино. Осуждаю тебя, Мегадодик, иди на... Кладовая. Оп. Не-не-не. Не, хуйня идея, братала. Нет, не-не-не. Не-не-не. Бля, ну не. Мама! Июнь 1985-й. Это даже не 90-е, блядь. Прям как в том фильме. Я слышу шаги, надо спрятаться. Я ведмедь Фёдор? Привет, Лёх, поздравь меня сегодня с ДР. С днём рождения, бруски. Индикатор показывает, сколько шума вы создаёте. Веди себя тихо. У тебя друг умер, долб. А? Ох, надеюсь, Майк не услышал. Сначала нужно спрятаться. Гандон, у него батя сантехник или еще куда полез, блядь? Неплохо, но я слышу тебя, чип. Тварь стонет, блядь. Не, ну это СВХ шпилит, ну это гандон с читами, че за хуйня? Один, блядь, пришел сразу в руму, эта тварь пришла. Ну и ладно, ты уже нашел Оза. Пока нет, он не шумит, в отличие от тебя, блядь. Что ж, может я найду его первым. Блядь, я сейчас просто встаю. Я сейчас встаю с... И за Мишку Фёдора. Детей жрать начинаю. И никогда не найдут меня. Спасибо за подписку. Пизда. Не поняв. Ты чё за хуйня? Это чё за нахуй? Это Фокси, что ли? Видимо, здесь лучше не находиться. А где лучше? Ха-ха, детей сахавали. Имеется. Анюка. А чё бояться? Рыжую кикимору на плече просто унесла. Так никто не бегает, ноль пугалок. Скорее, хватай детей! Эй! Эй! Есть тут кто-нибудь? Чип, Майк! Черт, нет смысла кричать, слишком многие кричат вместе со мной. Где они? Может, они знают, что происходит? Ох, залезем в ведмедя и просто сидим до талого, пока все не угомонится. Мнение. Рано или поздно батя прийти еще должен.
Но не сюда уходили. Как резко очереди освободились, да? А ну? Если бы у меня были билеты, я бы обменял их здесь на призы. Там Мишка Фёдор стоит. А, я попецать не могу. А где кенты, ау? Вы куда, ребят? У меня день рождения сейчас. Походу, кот ебать. Привет, ребятки, они видели Майка с чипом здесь? Майк и чип, может, знали таких? Они тут популярны. О, радио. А вот тут я видел, мне кажется, Боню. А ну-ка. Здравствуйте. А вы не... Сейчас подойду, да. Угу. Иду. Ага. Назад, уебище. Назад. Не назад, блядь. Назад, хуй. Назад. Он просит меня следовать за ним. Может, у него чип и маньяк. А я так не думаю. Я не думаю. Я... Блядь, сука! Заебай Боней, блядь! Ой, сколько сюрпризов. Это что ли на мой день рождения или что? Я не няю. Прикиньте, там Майк с чипом угорает просто в костюмах. Ебать, что за хуйня? Покоя, блядь, и шо? Я в Это чё, жмурики? Да не, ну не могли ж детей шатнуть. Какое не подается блядь! Пизда, куда бежать, хуй? Боня! Пошёл на... Какого Майка? Уёбище, нет! Какого нахуй Майка? Какого чипа, гнида, блядь? Тварь еб... А. Дебилоид! Кто сделал пакость? Фёдор, ты что ли? А ну. Интересно, что здесь? Полбу готов, сука, табуреткой! На, гнида, еб... Кони, погоня, тварь! Драпу. Срочно, сейчас вправо. Нет, долбоёб! Назад, хуесос! Право руля. Сюда! Закрыто будет, да? В шарики! В шарики! Сюда. Дрипс имеется. Всё! Я обратно во времени вернулся. Вот он. Я в натуре бэкнулся. Освальд, о чем ты только думал, прячась в этом мерзком старье? Ты не слышал, как я зову тебя? Чего, блядь? Ты что, долбоёб, Боня, неугарно, отдай батю. Батю сюда! Батю вернуть! Пап, вылазь, не гони. Что за на... Как это хуй? В наш мир выбралась, охуеть. Папа, ты в порядке? О! Пап, иди ты на... Ну, у меня батя Херабрин. Доброй ночи, ребята. Стоп, Джефф, мне кажется, что с папой что-то случилось. Да вроде он в порядке. Ты, видимо, пыли нанюхался. Отправляйся домой и отдохни. Джеффи, блядь! Это рэпер, хуй, блядь, Антон! Хуй тебе, не чарты. Ну, я гнида, блядь. Ну, у меня батя со светящимися ебаном двигается. Ну, это пи***лёт. Что ты сделал с моим отцом? Куда ты меня везёшь? Как ты вообще умеешь водить автомобиль? Ну, это ебаная Боня, нахуй. Мой дом? Откуда ты знаешь, где я живу? Упал.
какая мяукалка. А где соседи? Вот ж, это Америка, извините меня. То есть приезжает домой, за рулем от ебаной пиццерии до дома, едет ебаный мутированный кролик со светящимися глазами, как две ебаные фары на ебаной, и всем пихуй. Где мусора, блядь, с пирожками своими донатами? Где соседи, всем пи***ть? Просто гигантский кроль-переросток, мутант, хватает, блядь, ребенка и несет в дом. Вы здесь? Я просто пойду спать в свою комнату, хорошо? Да вообще подумаешь, батя кролик теперь. Ну ничего. Лучше бы, конечно, котик, можно было бы как с мячиком с ним играться. Ну кролик тоже пойдет, они прикольные, грызут маркалку. Ну я. О, позову маму. Может, она знает, что делать. Ну, мама рваная уже нахуй со всех сторон, блядь. Папа всегда оставляет свой мобильный дома. Уверен, он в его комнате. Позвонить маме. Это моя рума? Блять, знать бы, где комната родителей, пи***. Оно храпит? Я видел мобильный отца на тумбочке, но сначала нужно найти способ прогнать это существо. Бля, чего короли боятся? Возможно, я напугаю его шумом? Надо вот эту машинку запустить, слышишь, работать. Куда спрятаться? Шкаф! Шкаф, шкаф, шкаф! Оп! На выход, долбоящер. Хе-хе-хе. Да, отвлек и спрятался в метре нахуй от него. Спрятал. Кого тебе на те? Тупой кролик, бля. И куда ты пойдешь все? Strange noises. Набрать номер мамы. Может... Ребят, может полицию лучше? Может он... Может... У него нет номера мамы! Но он знает, что такое конъюнктивит, блядь! Стереть. Понял, нахуй. Здорово, Лех. Я тот самый ёбик, которому ты ласт раз деньги возвращал. Спасибо тебе еще раз большое. Кстати, желтого кролика зовут Спринг Трап, Боня Фиолетовый. Удачного стрима. Как этого зовут? Будет Боня, это сложно. Спасибо большое за 200. К сожалению, сервисы службы спасения вашей области были приостановлены по финансовым... Ебать, мы в Детройте живем или чё? Если у вас экстренная ситуация, позвоните в местный полицейский участок. Или маме, да, блядь? Гнида, ебать. Что за хуйня? Не дай бог, он сюда идет. Не страшно. Не, только не спать на кровать, дружище. Давай, next time. Изи гамма. Кролика. Нюдя. Ебанёся, сука. А мы не в коммуналке живем, нахуй. А где маме номер найти? Ой, мышка. Алёт. Ой, твари. Оп.
И давай пусть кролику пэнкейс устраивает. Слушай, ну если что, с голоду не откиснем. У нас кроль бегает, вон нахуй какая-то краска, видимо, да, стоит. Ничего, выпить можно. Дрипс. О, ну, видимо, решил посмотреть какой-то боевик. Вот на втором этаже кролик. О! А меня здесь! Пошел на! Пошел на! Тварь! Тварь ебаная! Забеги, блядь! Шкаф, 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 хуй, шкаф! Блядь, это пизда! Что за на... А-а-а! Что за хуй? Уёбище! Надо еще и хайли садим, вы еще угораете, блядь! Это что за на... А где номер мамы-то, блядь? Вы вообще... А-а-а! Это что за хуйня? Это пи***ц! Сука, блядь, сюда! Мышка, ё***ная. Вот так, за пятку гниду, под кровать и сам драпу. Блядь, так я тут гамеплау. Я тут от хуя пошел спрятался, тут блядь, еще заханится от этой чукчи надо. Ебать, будь ко мне добра, сучка, блядь, не иначе. Лампу. Блядь. Подсказки в чате. Бан перманентно, нахай. Администрация! По всем подсказкам отработать. Сосиска ганом, срочно. Я подсмотрел подсказку, чтобы больше такого не было. Мудаки падают, идет, сука. Так, мамин номер. 5-5-5-5-6-8-3 у мамы номер. У меня мама в прокуратуре, блядь, работает с такими номерами или что? У аппарата. Алло. Хуем по лбу не дало, дура, помогай, блядь, кролик. Мам, мам, это срочно. Что происходит? Отец, с ним что-то не так. Хорошо, скоро буду. Какой нахуй встретить маму? Да не, это пи***. Ну это я... Пиз... Только не игрушки, только не... Сюда, подонок, нахуй. Ап! Стоять. Нихуя решили на кнопку строить, другую кнопку всосали. Не тут-то было. Денджер Боец на связи. Я думал, эта дура сейчас упор лежа примет на за шкирки и на вынос меня, ебать. Это должно быть мама. А мать съели. Прикиньте, мама Фокси. Ебать, нит. Нит. А где, блядь? А как дойти до... О, мама, привет, батя, кролик. Мам, пау похитили и заменили на... Похитили? Заменили? Это какой-то розыгрыш, Освальд. Мы просто интегрировали в папе две фары от Шкода Октавия, чтобы он ходил вот так улицу освещал. Все нормально.
Он выглядит нормально, не нужно обманывать меня. Что за срочный звонок, когда я на работе? Все вообще с папой. Но разве ты не видишь его? Нет, папа умер 3000 лет назад. Он нас бросил, нахуй. Мы вдвоем живем, мы шахматы складываем, блядь. Я вижу, что отец в порядке. Да, подумаешь, пузатый молчит. Не знаю, что на тебя нашло, но отправляйся в свою комнату. Тупая шлюха! Тупая мразь! Поговорите, хуй он молчит, я не смущает? У нас пузо жители за светящимся еблом стоит молча, а ФК ебало смотрит на чел штатив, блядь. Вы чё, угораете? Дом шлюхи, не мать! Это Ну теперь папа, мама убили, конечно. Нужно вернуться в пиццерию Джеффа автостопом. Ясен хуй, сейчас ночь как раз, автобусы, наверное, ходят. Да в ебать Детройте, блядь. Изи. Сбежать, изи. Сюда идет? Да нить не может быть. А мама жмурик уже откисла, чи не? Но если он маму после этой хуйни живую оставил, это пи***ц. Он, наверное, слева. Боня слева. Оно там! Это мразь слева в гостиной, я не могу пройти. Огонь на чердак. А ну-ка. Тише! Разбанщик, тише! Крестьянин не знал, какой крестьянин, я тебе копьем сейчас в шею ставлю, дура, нахуй, замолчи! А он мать ебет, походу. Блядь! Ебаный робот! Надо было убегать! Надо было забазить, убежать! Надо было убегать! Только не игрушки. Я тут просто знаю, как дефаться. Мне под этой кроватью заеб... Бам! Поползла куда-то игрулька. Домой, нахуй. Оп! Шарик, сюда. Нюдя-лядню. Пришел кролик такой, ну никого не манюдя-лядню. И ушел, блядь, хули. Так, надо понять, куда он уходит. Никуда, блядь! Ну, мудак, забайтил меня! Сын говна ебаного! Выкидыш кролиный, блядь! Стоит, ждет, блядь, мудила. Снич, нахуй, крыса, блядь. Блядь, куда все время ползут ебаные игрушки, нахуй, там склад, ебаный, че шо? Блядь, нахуй. Абориген. Как он в батю моего превращается, че за хуйня? Трансформер, ебаный. Направо пошел. Все, мам, смотрите. Спасибо за подписку. Шафт убитый. Спасибо большое за сосиску. Спасибо. Изи гамы. Все, по коням. Пойти в бассейн с шариками. Так, это фабрика, которая закрылась. Блин, ну не... А все у нас дом. Ой, город. ПГТ Додик, нахуй. Школа, библиотека, фабрика, мой дом и пиццерия. Все. Это брошенные дома, нахуй. Все остальные вот это стоят. Видите, там ни окон, ни дверей, ни хуй нема. Е***ть.
Угу. О! Так тут хуй сияет все. Джеффи! Ты наебал? У меня батя чудовище, ебать, кролик. Парень, уже поздновато. Твои родители знают, что ты здесь. Вот так вот встаешь и апперкотом. Бам! Гниди, ебать, нахуй! За то, что батю моего превратил в хуй, ебать. Да, у отца сгорел ужин, так что экстренный поход в Петьку. А что он готовил? Сушеный кальмар в микроволновке. Лапшу быстро приготовляли. Нюдя. Ясно. Плавали. Знаем. Один раз забудешь добавить воды, и запах преследует тебя на всю оставшуюся жизнь. Иди на... Ой, ну место популярностью пользуется, слышишь? И братвы валом. Ну, конечно, ты упала, гнида ебаная. Бля, просто пи***ц, кривоногое чудовище, нахуй. Никого, слышь? Nobody! Теперь я знаю, для чего эта сцена. До сих пор не могу поверить, что это было место когда-то развлекательным местом с аниматроникой. Ведмедь Фёдор, тебе не тут-то было, нахуй. Все, ББшка, я в шарике. Нарния, я просто буду жить в прошлом по КД или чё? Хорошо, теперь нужно идти отца. Они типа с батей поменялись местами, то есть типа кролик в той реальности, а батя в этой. Ну я сейчас захожу, батю в рот ебут. А как правильно, Нига или Нико? Правильно, Нико, через К. Ну все, ну у меня батю по кругу пустили аниматроники, ебать. Папа! Папа... Пап. Чики лизал? Что такое? Это что? Ты чё, еблуша? Помогите, я не могу выбраться отсюда. Как ты попал сюда? Что-то захватило меня и затащило сюда. И чувствую, будто костюм вот-вот защелкнется. А, мы видели такое в кино? Ему пи***. Ему сейчас просто, ну, голова как арбуз лопнет, нахуй. Братишка, не-не, тебе жопа, блядь. Да пи***й на него, он нам не поможет, когда я буду в беде. Надо его спасать. Так, ну ладно, нам в кладовую надо. Железно в кладовой, ну будет отверточка какая-то, где? Какая-то еще, наверное, чика или... О! Лапе. Привет, Федя. Иди нахуй. А... Облава. Дяню нахуй. Вот и на те. А здесь что? Нас пригласит, ушел в пиратство, скоро буду. Без понятия, что это значит, но за кулисами смотреть не буду. Ну ни хуя ты не та кузька. Опять упала гнида. Ну не вой, тварь, не вой! Либо двинь копыты, либо закрой ебана. Ну тут все закрыто. Мне еще за кулиси пиздовать? О, монетка! Щиток. Отец как-то показывал мне, как пользоваться этим. Не думаю, что это поможет сейчас. Да просто пиздани, свет потушится на... Так, ну Федора в живых нема, заебись. Это папин кошелек, он должен быть где-то здесь. Нихуя себе. Плюс ноль денег. А... У Джеффа есть ключ? Нет. Не говорите, что мне надо вернуться в предыдущее время, подойти к Джеффу, взять ключ, вернуться в это время и открыть нахуй подвал. Нет. Этого не может быть. Нет, нет, нет. Я не верю, этого не может быть. А куда делась эта троица? В натуре, слышь, пропал? Мистер Федор, Чика, Боня. Все исчезло нахуй. Мне в натуре надо вернуться, взять у Джеффа ключ, я не верю. What the hell? What the hell? Нить, нить. Нить, это глупость, это глупость. Слышь, Джеффри, дай ключик.
Да ну на... Хочу изучать все. Давай сделаем так. Буду с тобой откровенен. Я не плачу за вывозов с мусора и забыл вынести мусор на фабрику. Сходи, вынеси мусор, и я дам тебе ключ, когда вернешься. Он в сговоре с этим ебаным медведем. Я сейчас выхожу, Чика, блядь, хватает меня. Не-не-не-не. Возьми этот фонарик, там довольно темно. Не-не-не. Это подстава, ебаный. Нет. Целовушка. Целовушка. Нет. Батарейки сели, нужно найти еще. Охуеть. Сын дерьма еще и батарейки мне не дал. Так, мне нужны батарейки. Я их тут могу найти, чинит. Батарейки, батарейки. Батарейки, батарейки, батарейки. О! Электронная... Ай, блядь! Дебил, нахуй. Батарейки. Охуеть. Батарейки. Параша. Блок питания, нихуя. Я сейчас комп соберу просто здесь, Батарейки, батарейки. Батарейки, 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 батарейки. На кухню идем. Батарейки, батарейки. Прикиньте, батарейки в том мире. И мне надо сейчас будет вернуться, взять там батарейки, вернуться сюда. М-м, такого не может быть. Такого точно не может быть, нет. Я пойду сейчас в закулисье гляну. Он еще не знает. Он еще не знает. Он еще не знает. Никогда не видел, чтобы Джефф пользовался этим. Отсюда и все пятна на полу. Тоже не выебанный школьник, слышь. Блин, тут нема батареек. Гнида ебаная, нема батареек. Блин, ну неужели, нит? Он сказал, они на свалке. А как я туда дойду, блин? Без батареек. Ладно, я пошел выносить мусор, похуй. Я в темноте нормально ориентируюсь, к слову. У меня типа зрение орлиное. Вот этот мешок? Ты че ебать, тебе 40 лет, Джеффри? Ебать еще, боже, безрукая нахуй. Мне в карман поместилось, я в ахуе. Мне сюда мусор выносить на фабрику? Здорово. А ты КС стримишь? Регулярно. Давно не видел твоих хайлайтов. Батарейка! Да ну нахуй, да есть же! Дрипс? Погнал вообще. Ебать, освещение дало. Я в ахуе, все видно. С тех пор в этом городе закрылось почти все остальное. Ну, дялядню. Это чё? Мышеловка. Надо. Фу, уверен, что этот мусор лежит здесь со времен закрытия фабрики. В пытьку. Оп! Имеется. Джеффри! Дело сделано. Ключик. Ключик, падла. Готово. Спасибо, парень. Пожалел мою больную спину. Ну ты бедолага, блин. Вот ключ, как я обещал. Нихуя. Да есть же. А знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас пойду туда в этом времени. Может, там найдем что-то интересненькое. И потом прыгнем туда. Но, блин, железно мой батя в подвале, нахуй, связанный с раздробленным очком. Нахуй, лежит в рот, блин. Ну, 100%. Железно. 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 И потом окажется... Стоп. Не говорите, что мой батя окажется Мишкой Федором или в сговоре с ними, как было в этом фильме, Нит. Это что? Здесь внизу батарейка. Похоже на игры, про которые отец рассказывал. Ну, дялядню. Плюс батарейка, нихуя себе. Фу, это чё, опоссум дохлый, блядь? Я ебали бабу, на выход.
Так, ныряем. Дрипс? Дрипс? Стоять! Ох. Подожди, вот это чё? Чувствую, будто их глаза следят за каждым моим движением. Бля, прикиньте, они в натуре через стену наблюдают, стоят. Да. Здорово, отец. Я тебя сел. Как же туха. Как вообще дела? Охуительно, бронски. Спасибо огромное за 1300. Спасибо большое, брателло. Thank you very much. Все круто, бро, надеюсь, у тебя тоже. О, Мишка Федор, привет! А ты мне нравишься, у меня-то... Оде ручка, все. Инвалид, да, падла? У него башка сменная есть, О, отвертка, то, что нужно. Дрипс. Спасти застрявшего ребенка. Да делать мне не... Оп, на выход. Тут пиздец, охуеть. Мне прям нравится. На самом деле, охуевшее заведение. Тут и кафе, вечеринки, игровые автоматы. Было круто в 90-х в натуре. Так, смотри. Я сейчас поднимаюсь к нему на руки, спускаю штаны, снимаю трусишки и яйца кладу в рот тебе. Ты мне слюнявый оформляешь, интенсивный, беззубый, главное. И только потом я тебя освобождаю. Дил? Ну, пошел нахуй. Ебать, у меня Итымов, пи***ц. Го, я тебя с электронной пушки шмальну. Да, я сейчас другую сторону начну крутить, еще больше ебать ему затяну. Целый вывалился! 3-2-2, ебать! Целый выпал, what the hell? Спасибо, я боялся, что застряну здесь навсегда. Ни единой царапинки, блядь, ты посмотри. Я болтал со своим другом, и вдруг... Ой, цуцик. Ох, похоже на него. Он может быть в опасности. Ну, и похуй, выход там. Вот, со стороны... Пойдем, мы можем найти его вместе. Бля, отвечаю, вот я спас того га**а очкастого, нахуй. Когда я буду в беде... Смотри, что делает. Смотри, что делает, мудак. Когда я в беде, это, бля, первое убежит, нахуй. Ты говоришь о взрослом? Нет, не видел. Слушай, я хотел бы помочь, но... Хуй, бля. Кусок дерьма ебаного, хуй, бля. Я твою мать целовал, голову в пи***, бля. Сын, блядь. По коням, по коням, по коням, по коням, по коням. Тут чемодан. Оп, имеется. Тише, тише, тише. Каких пауков, блядь. Где нахуй? Где нахуй? Где, блядь? Где нахуй, блядь? Ох, сука, двое. Вот так вот спиной обернулся. Вылазим. Стоять! Стоять! Если он здесь, то в реальном мире его нема. Изи. Просто к папе возвращаемся. Я... Слышишь, а не подскажете, где папа? Папу-то я не нашел. У меня так не так много времени на поиск отца, но сначала нужно придумать план получше. Прости, пап, береги себя, я скоро вернусь. Охуеть. Пойти домой. Ну да, получается это хуйня в этом мире. Заебумбус. О! Я гол забил. Нихуя. А! Это что, флешбэк?
Стоять. Мой батя в натуре всегда был... А, это мне просто все приснилось? Думаю, мне просто уже начать день. Ой, котик, привет. Ты мой мальчик, ты моя мяу-мяу, коняхуй. Но ты же понимаешь, когда если, ну, папа зарплату не получит, мы рано или поздно скушаем тебя, ты мой маленький. Просто готовься к этому, все хорошо, люблю тебя, Тём. Позавтракать. А ну-ка! Как вырос мой шестиклассник. Да, это я, мам, я вырос, да, я уже взрослый мальчик. Эй, что? Первый день школы, ты еще не проснулся, молодой человек? Надеюсь, что проснулся, у меня был очень странный сон. О папе. Не волнуйся, с папой все в порядке, он ждет тебя в гостиной. Что? Папа, привет. А, мама, блядь. Мама, это что за хуйня, мама? Ну твой отец хотел позарадок отметить. Мама, это кролик, блядь! Что ж, не забудь свой завтрак, чтобы не остаться сегодня без еды. Блядь, взять пакет с завтраком, где на... Мамуль, а папа болеет, да? Какашки-фобия, правильно понимаю? Привет, пап, удачи на работе. Ну, надеюсь, галюны, блядь, объелся, я хуй знает, это пиздец. Вон на фотке батя. Хулюн ебать, кроль ебать. Пойти в школу. А ну-ка. А ну-ка. Не могу перестать думать об этом существе, блядь. Нужно было просто убежать. Ты скажи спасибо, у некоторых вообще папы нет. Подумаешь, у тебя папа кролик, аниматроник, который убивает детей. Какая разница? Благодари Господа Бога вообще и будь благодарен ему за то, что он твой отец и создал тебя на свет Божий. Гнида ты, ебаная, неблагодарная нахуй. О, кто может вообще есть в такое время? Уверен, что это хорошая идея, Джет. Можешь уходить, если ты такой трус. Чё вы делаете, твари ебаные, имбецилы, нахуй, бандиты? Низкооплачиваемый учитель. Эй, кто это сделал? Даже не знаю, тут, три чела с зажигалкой стоят вокруг петарды. Я не знаю, наверное, я, блядь, я это сделал. Это я поджёг ебаную петарду, блядь. Джет, беги. А, сейчас она скажет, что это я, вызовет моего батю в школу и придёт ебаный сука робот, блядь, и всех съест. Хм, интересно, есть ли у того парня еще такие штуки? Гранаты, блин! Хорошо, давайте вернемся в класс. А ну-ка. Класс, успокойтесь. Не забывайте, что должен прозвучать звонок, прежде чем вы будете... ББ, шлюха, свободны. Подожди. У этих долб... Петарды были, да? После первого дня школы мы с семьей обычно ходим на рули-дру. У тебя хотя бы была такая возможность, теперь после закрытия я никогда не узнаю, каково там. Да я лучше бы сидел дома и играл в Филдфорге. О, в 90-х, бля, помню, в Филдфорге с братвой рубили нахуй после школы вообще с кайфом. Думаю, ты хотел сказать, начал бы писать сочинение о Вашингтоне Ирвинге, правда? Ай, сука, бля. American type of humor. Не могу поверить, что в первый день школы у нас была задана работа. У нас была работа сегодня? Бля, забыл, как этот чел выглядел с петардой, охуеть. А ну-ка. А есть карта? Сколько нас? 10 человек в школе? Во, вот эту курносый, я его помню. Вот это, блядь. Это же этот парень с петардами. Меня зовут Джет, но так тоже звучит неплохо. Джет петарда, блядь. Одолжишь мне еще петард? Во-первых, одолжить петарду нельзя. Они одноразовые.
Ладно, можешь дать мне одну петарду? Ты вообще представляешь, сколько они стоят? 3 гривни! Давай так. Обычно после школы я зависаю в библиотеке. Приходишь туда, мы тихонечко заползаешь под столик, пока я читаю некую повесть. Снимаю трусишки, берешь в ротик по самые яйца, и мы в расчете. Принеси мне что-то, что не достать нигде, и тогда мы, может, поменяемся с тобой. Может, поменяемся, гнида! Еще и хуй курносы наебет, блядь! Пи***ц хуй путала, ебать! Без петарды сейчас еще без какой-то хуйни останусь, я того рот ебал. Не хочешь почитать книгу о том, как не быть неудачником? Спасибо за подписку. Ладно, парни, давайте больше не будем тратить время на эту заучку. Будет вы, сучка. Не слушай их. Дион просто завидует тому, что ты умеешь читать. Ха-ха, спасибо. В моей прежней школе хулиганы тоже докапывались до меня из-за чтения. Даем. Что ж, тогда они довольно глупые. Я читаю много научной фантастики, а что читаешь ты? Бля, я за... Бля, за дрота еб... играю. Ебаный насос. Окуляры поправь, гнида. Древнегреческую мифологию. Ладно, в этом я шарю. В этом я шарю. Геркулес, знаете? Ох. Я собирался как-нибудь тоже до этого добраться. На самом деле это не сильно отличается от новости. Простите, фантазии. Что отвлекаю, да? Но я очень хотел сказать спасибо за твои стримы. Ты помог выбраться из ебаной депрессии. Не выдумывай. Жаль, только не часто могу попасть на твой стрим. Спасибо большое за 2 сотни, броски. Спасибо огромное. Все в том, чтобы оставаться храбрым в сложных ситуациях. Спасибо за подписку. Спасибо большое за сосиски, спасибо. Что ж, если когда-то захочешь почитать что-то с картинками, я с радостью одолжу тебе комикс. Сучка будет брать в рот сегодня на помойке на... Сучка будет брать в рот сегодня на помойке на заброшенной фабрике. Блин, трусы будут сняты, засунуты прям в рыло ей, блин. Всаться. Если тебе нравятся рисунки, возможно, тебе пригодится это. Я помогала вчера дедушке разбирать всякий мусор и нашла его старый альбом для рисования. Там есть интересные рисунки. Не говори мне, что это был прадедушка, служащий где-то в Австрии. Там у него сейчас есть чудесный рисунок, с которым его не взяли, блядь, в школу рисования. Гайд, блядь. Я то открыл. Шедевр дяди Габриэллы. Не есть рядом с Чикой. Почему она начинает плохо пахнуть? Чика создает мусорные гнезда. Че за хуйня? Второй техник что-то знает. Бля, ее дед конструировал эту хуйню или че? Или просто исследовал? Пошла на шлюха. Не может быть. Он был каким-то техническим специалистом, так что там просто каракули и пометки его старой работы. Но он не хотел говорить об этом. Я собиралась выбросить этот альбом, но было жалко бумагу, понимаешь? Ну, конечно же, дерево, блин, тоже мне. Ага. Кстати, меня зовут Габриэлла. Я вижу, у нас написано. Меня Освальд. Это интересный альбом, Габриэлла. Спасибо. Бля, как со школьного учебника диалог, блин. Спасибо, Габриэлла, привет, меня зовут Лёха, это мой друг, дела хорошо, твои дела как? Ой, иди нахуй, блядь. Я домой. Прикинь, даже не проводил, охуеть, вот это Сигна, блядь, 90-х, я в ахуе. Спасибо за подписку. Спасибо большое за 3 сосиски, броски, thank you very much. Thank you very much. Папа! Ну ты мудак, что ли? Спасибо за подписку. Мама, ну папа опять кролик огромный. Спасибо за подписку. Ладно. Время вернуться в пиццерию Джеффа. Думаю, теперь у меня есть план. А ну-ка. Сначала нужно выбраться отсюда. Тяжело будет, да? Найти способ бежать через главную дверь, просто выйти. Yes, sir. Тише, тише, тише! Таймлю, таймлю! Да есть же, да есть же! Дрипс, дрипс! Бегит! 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 Ключа не будет, да, сейчас? Тварь ебаная! Нит! Нит, блядь! Уёбище, нит!
блядь! Тише. Так, куда мне можно деться? Чердак, спальня, подвал. Блин, может, через окно в спальне могу? Мама, встаем! А где мама? Где мама? А где мама? What the hell? Папа, где мама? Папа, где мама? Нет, мама. Мама нет. Во! Отец где-то здесь держит лестницу. Ебать, сейчас подходит к нам. На бицепс как взять, блядь, Брис? Силовой Освальда тут нахуй чинит. Тварь. Тише. Тихонько, без паники! Блядь, лестница, Дедрабена! Не-няю. Мне... Как мне подняться вот на чердачок этот ебать? Я уверен, там лут. Ну, блядь, железо там. Я везде был, кроме чердака. По лестнице, охуеть умом, слышишь? Веревка это сверху, это чердак. Блядь, ты сейчас, я не знаю, в топ-10 умных чата. Топ-10. А я бегаю, думаю, что за веревка ебать висит. Свет, наверное, так включается, да? Как ее, блядь, достать, я ебать? Гнёмик. Посмотри на меня, я ебать гнёмик. Я гнёмик. А. Закрыть. Бруда ультует. А этот хуй сможет сюда подняться? Чинит. О, дробына. Дрипс, пойдем. Что за звук? Сейчас бегу, сука. Сейчас бегу, падла, по коням. А ну. Я! ББ Олух. Дрипс, is here. Стой! Иди на... Джерри! Че как, Джеффри? Папа дома. Привет. Бля, вообще похуй. Просто школьник ебаный ночью прибегает, бля. В шарики прыгает, пропадает куда-то, через шариков вылазит, бам, с лутом каким-то, с отвертком вернулся с шариков, охуеть. Не создавай мне проблем. Закрой свой олух. Видал? Сосискаган называется. Чудовище, блядь. Не говори, сучка таща, Наташка. Падла, да, видел. Видел ее новые джинсы, тварь. Да это Зара, фу. Шлюха. Всем привет, с вами я, Лёшка в шариках. Ребятки, ну что ж, мы начинаем опять наше перемещение во времени. Вот я нате, мы снова в 90-х. Раньше было лучше, да есть же. Вот это времечко, блин. Весело, неоновые подсветки, да есть же, блин. Вот это прям оно, рыля. Нет света, нужно подумать, как её вернуть. Изи, папа помнит. У меня даже есть для этого специальное средство освещения, фонарик. Дрипс! Ух ты! Шо ты, еб...
Папа! Папа, ты где, пап? Это был настоящий ведмедь Фёдор? Хули их два? Вот это, по-моему, о, монетка. Чё за звуки, ебать? Блядь, уёбище! Влезь ты в дверь, толстый! Пизда, На, кыш! Брысь, блядь! На! Пизду пошёл! Нюхай хуй, мой долбоящер. Изи хамы. Тварь с щитом выпрыгнул прям в тайминг. Мудила ебаная. Живс. Так, а что у меня по инвентарю? У меня есть электронная пушка, нахуй. Я просто сейчас выхожу эту дуру на колени, ставлю, блядь, паскудное уебище, блядь. Тише, тише, долбоёб, тише. Какого ребёнка, блядь? На детей, ебать. Нить. Нить! Ну нить, нить! Ну нить! Уёбище, ну дай жизни, падаль, ёбать! Нить! Но опять в эту ебаную шухлядку! Но он же не прибежит сюда! Кыш! Иди на... Блядь, пошёл, блядь! Кыш, блядь! Так. Окей. Нет смысла, надо подождать как-то и обойти его здесь. Но здесь три входа закрыто. Получается, ребенок воет под луной где-то здесь, чи тут на входе. Больше негде. Тут на тропа перекрыта, блядь. Значит, где-то можно прятаться здесь железно, потому что он шароебит туда-сюда. У него вот здесь эта рокировка происходит. Он доходит до середины и оформляет разворот. Аху! Не сдвинулся с места, дрянь! Я подожду, пока он пройдет чуть дальше. Я не понимаю, ебаная гнида, блядь. Он же может меня шатнуть. Он может меня шатнуть изи гамма. Просто я вообще не понимаю, Ахтунг. Нахуй со мной балуется. Плывем. Потушим, потушим. Солнце. Может, ему свою на бас-гитарке показать, что умею, слышишь? Спасибо за подписку. Спасибо большое за сосиску. Он сюда идет. Что за нахуй? А какого хуя свет потушился опять, блядь? Нахуй включал, блядь. Меня не видно. Нырять. Блядь, где там мразь, ебать? Меня не видно. Тише, ебланище под стол. Сука, развалилась рухлядь. Идем.
А где? А где, блядь? Фёдор, не видел кентуху свою, слышишь? Приём. Так я просто уйду, лол. Да? Да! А? Бля, с чем я могу... Е***ть! Я могу тут прятки оформляхтунг? Стоять! Стоять! Остановка! Остановка, у меня лёг чат. Тише, тише. Лёг чат. Тихонько. Небольшие потеряшки оформились. Дрипс. 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 Всего здорово. That's what's freaking up to Eric Bowie. Ебать, я прокрался, тварь! Ахнез, вот и на те! Так, по-моему, где-то здесь и пи***и дали детям, нет? Нет, вот здесь детей в***и! Вот здесь детей в***и! В комнате для вечеринок! Пи***и отсюда, олух. О! Да, он пошел ебать детей дальше. Ладно, пойдем в охрану сбегаем. Что такое? Мне за ними идти вдогонку! Привет, меня зовут Слава, я с Дальнего Востока. Здорово, время Славик. Почти 5 часов утра и хотел бы, чтобы ты передал утром моему другу Кириллу Рофлу привет. Кирилл, ну как ты умеешь, здорово. От души, хав-хав, спасибо еще раз. Спасибо большое. Ну я цепастка, вы здесь? Цепастка. Ой, завтрак бежит. Вообще лол. Ага, мне вообще похуй, лол. О, меня сюда! Встань, тварь! А? Что? А не хочешь перекусить? У нас сегодня мюнхенская. У этой штуки вообще есть желудок, как пахло моим обедом с такого расстояния. На кухне определенно есть ребенок, но я не смогу до него добраться, пока не заменю эту тварь обратно в ее странное гнездо. Если ты хочешь еды, возможно, я смогу получить кусок пейти от Джеффа. Тактика, ты мой мальчик, умничка. Отлично. Ай! Я не ту кнопку нажал. Кася, тут проходка, слышишь? Нез. Это я в подвал лез. Вот сюда. Дяню нехуй. На, там будет ящики подвинуть. Ну, тварь опять споткнулась, упала. Аху! Бля, у меня б***ь просто падает нахуй. Братва, очень рад. Очень рад. Что же вообще, что же делать вообще? Ну я завидую. Да. Хеллоу, мадуэрэмэй сногсшибательный величайший Алексей. Удачного стрима. Желаю. Спасибо огромное. Лучшего кроля. Спасибо огромное, Броски. Спасибо за 200. Какая-то хуйня здесь. Так, надо отработать пару приемов. Я вхожу. Первый. Сначала летит вот такой хук справа. Бам. В бороду. Потом я начинаю вот так отрабатывать жестко по бороде снизу. И в кадык с локтя пиздую. Вот так. А-а-а!
Оно в теории было хорошо, но на практике еще надо будет немножко поработать. Кыш! Брысь! Тень на... Ну, давай залезь ко мне в шухлядку, дура, Фух, нахуй, с ноги в пасть начну набивать! Гондонка! Вылазим. Дура. Так подожди, если она здесь, значит она не может быть там. Умом? 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 Все, ее там нема. Изи. Все, тут никого нет. Я просто бегу домой. Боже, залезь ты, шумырла! Лехич, ваша сетка, они самые. Стрима Герман Шаков. Здорово! Жирный? А, жри говно, спасибо. Приятного. Как он вошел, там же заперто. Какашки, ебаные. Тише. Тихонько. Тихонечко. Тихонечко, меня сюда. Так, перемещаемся во времени. Тигрулька, слышь, заряженная, мне нравится. Я в натуре думал, я думаю, как может быть 2D игра, не хуй. И вот до сих пор так и не увидел в натуре кал. Джеффри! Здорово, мудак. Эй, Джефф, у тебя случайно нет лишних кусочков пыльцы для меня? Извини, парень, ты сам знаешь, что последнее время дела здесь идут не очень хорошо. Если хочешь что-то, придется заплатить. If you know what I mean. Ясно. Изи гаммы. Просто внедряемся сейчас на кухню, хватаем кусок пыльцы этого болтуса ногами. That's all. Как я и говорил. Вот так вот. Сначала хук справа, апперкотом наваливаешь конкретно. И потом в кадык локтем. Мертвый нахуй. Конь не двинул, железно. Уверен, что в погоне за крысой Джефф точно отойдет от двери. Изи, бля. А где ее ебать меня? Прием. Тварь упала опять. Какая гнида. Ой, Наташа, это Наташа. А ты видел ее новый кардиган? Да, я согласна. Тот еще колхоз. Ой, ну она с деревни, что ж поделать, бля. Да, ну да, это видно, лол. Да уж. А че сейчас у него заказ и бабки, слышишь? Этот нужен. Блять, там просто сносяру уже кровоточит, блять. Ебаная гнида 5 метров пройти не может, нахуй. Опять упал. Один. Фу, тварь! А где мне ставить ебаный ловушкинатор? Прям перед ним, что ли? Прием. Достан, спасибо большое за сосиску. Спасибо огромное. После обеда мы не продаем кусочки. Так что если хочешь пиццу, купи целый пирог.
Я пока в порядке. А куда мне? Ну да, мне железо надо пройти. Это кухня, да? Да, вот это для персонала. Нет, вот это для персонала кухня. Вот это холл для вечеринок. Мне надо просто к этой двери как-то. Мне надо вот эту хуйню как-то поставить. Да. Обычная мышеловка. А что мне надо сделать, блядь? Блок питания. Или мне крысу надо найти сюда? Здорово, Лёх, значит, встретил в 13 лет, сегодня не 18. С днем рождения, броуски, с днем рождения. Мне надо найти крысёнка, засадить крысёнка в клетку и потом выдать ему, или чё? Крысу найти и тёлке отдать. А это ей перекус, или чё? Вот тут, я помню, мышка бегала. А я могу здесь пролезть? Иди нахуй. Блять, точно. Крыса, походу, в том мире. Еби меня нежно, бэйби. Нить. Нить, не надо. Блять, идите нахуй, нить. Это пи***лёт, блять. Ебаный насос. Ну тут эта булдыга нахуй ходит уже. ББ, олух. Ребят, плюс эти, кто рот донатера ебал сейчас. Да. Лёха, ещё просьба одна, у нас не получается попасть на твои стримы и смотрим нарезки, и хотел бы скинуть Кириллу такое, с чего бы он угорнул, если не сложный чат, и с добрым утром на дальнем 5-10. Не анекдот от толпабика включить или чё, блядь? Мышка. Мышка. Как мне эти ящики отодвинуть, чтоб я мог юзать здесь? Никак, без рук, а чмо, нахуй. А где крыска, ребят? Я что-то не вижу, крыску. Нет, уже бегала мыша железно, нет? Не понимахтунг. В доме? Мне надо в моем мире вернуться в дом, поймать крысу? Да ну нахуй. Не может быть. По-моему, здесь тоже крыса бегала, нет? Но я помню, то ли дома в подвале, то ли в этом подвале была крыса. Цель, блядь, ты умен, бро. Ну ладно, я попробую сбегать. Ну да, сейчас мы через год добежим. Не говори, тварь. А ё у неё? Фу, сучка, стерва. А мужика видела её? Не говори, мась. Надеюсь, это антикафе, где она за время платит, нахуй, чувырла. Сиди 2 часа, проститутка. В начале игры крыса на дороге лежала. Это не крыса была. Это был ебаный этот. Я ваш рот ебал, нахуй. Нет, она значит железно... Железно в другом мире. Значит, железно в другом времени. Потому что в этом нема. Да.
Лёха, не слушай никого, я не ем говно. Я сейчас пью свой коктейль нонсенс в ожидании Blue Cheese бургер со стейком Wagyu. Очень дорого. А у тебя как дело? Я так понимаю, ты еще на собственной яхте сейчас отдыхаешь за 5 миллиардов USDT, правильно? Я все хуй, броски. Я все хуй. Сомнений никаких не было абсолютно. Так. Окей. На какие слова откликается крыска? Откликается. На какие слова? Что сказать крыске? Кис-кис-кис. Блядь, шлюха, ебаная. Не ты мне нужна, блядь. Эшкеря? Вы долб***ли вообще ебаная. Где мне найти ебаную крысу? Это пи***ц. Мне нужна подсказка сейчас. То есть подсказки, когда мне ни***я не надо, вы пи***ц. А где найти ебаную крысу? Это пи***ц. У меня все, у меня фул затуп. В доме, у тебя в доме, блядь, она. Кыш. Борис. Иди на... На боссной фабрике... Он говорит, что ему надо в пиццерию Джеффа. Когда я пошел домой, он говорит, мне надо в пиццерию Джеффа. Понимаете? То есть крыса должна быть где-то здесь. Вот она, блядь. Как ее заюзать, блядь? Стой, падла! Стрей, стоять! Куда? Куда, уёби? Пока не понимаю, но... Думаю, мне пригодится карманная крыска. Хорошо, что я нашел эту мышеловку. Не думаю, что она выйдет, пока я стою. Лучше уйти, чтобы она вернулась. Попалась, да? Падла. Вернуться. Сюда, сучка. Какая большая крыса. Ты точно кого-то напугаешь? По домам, блядь. По домам, нахуй. По коням, драпу, драпу. Тварь. Сюда. Все, сейчас забатим хуепутало. Сейчас забатим хуепутало. Ты скибиди чивауа или какашки ищкиря? Бойся. Да. Не верь ему, это Герман Ушаков. Он в Питере, короче, учится в шараге на Ваське и ест какашки. О, да, ой, уже мамуля у него чивауа натуральная, конечно, псина еще та. Тише, тише. Не надо так говорить. О! Да я могу просто на кухню пройти здесь? Ну ясен хуй. Так, а где мне этой крысе упор лежа теперь устроить? Прием. Неужто прям перед ним, блядь? Вот как мне ее заюзать? Мне надо как-то... Где мне поставить крысу теперь? Надо где-то... Где-то приземлить этот ящик с крыской. Но оно вообще... У меня час завис или что? Или всем вообще похуй? Прием. Вижу. В натуре завис, охуеть. Помогите, где приземлить крысу, ебать? Все, принял, спасибо. Но это фул рандом, но это глупость. Это ебать глупость. То есть, засадить крысу рандомно в какой-то рандомной комнате. Почему я не могу просто ее поставить вот крысу и выпусти. Какого хуя я сейчас этой Ксюшке буду под ноги пускать? Но нить, я не буду так делать. Закрой ебало, шлюха. Это не я, бро, это если что не... На кухню. Петька! Ай-яй-яй. И домой, вообще, на этого батю, слышишь?
кусочек? Гнида ебаная, все взять. Надо что-то еще тут надыбать. Тут железо что-то еще дал. О, батарейкус имеется. Имеется. Джефф готовит пиццу здесь в одиночку. Думаю, он не может позволить. Да нет, дополнительный персонал. Люль. Да? Игра Пуки, какие вы рубахтунг в Roblox XD. Стоял бы ты рядом, я бы тебя вырубахтунг сейчас оформил. Отвечаю, с колена в бороду, блядь. Ждет, прикинь, блядь. Животное, блядь, кролик, блядь. Блядина ждет, ждет прямо здесь, твари. О. Она хуй мне. Изи хаме. Изи хаме. Тише, 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 тише. Мини сюда. Тут будет закрыто, да, сейчас? Да няху! А я сюда спрячусь, лол. Я не спрячусь, я еблан! Не упади, не упади, блядь, ты упал, хуй! Ну на кону твоя жизнь, блядь, спрячь! Животное просто безногое, блядь. Боже, ну просто мразь, ебаная нахуй! Аж здесь. Лёд. Ты меня нежно, бэйби. Упади. Проститут. Кикимора, ебаная. Меня не страшно, потому что я спрятался под столик. Мне под столиком не стрёмно вообще, блин. Мне под столиком не страшно. Я Лёшка, я бесстрашный. Мне не страшно, рыля, тип, ну дё, блин. Сейчас выманим крыску, цып, сюда, блин. Ну? Звуком, что ли, каким-то? Надо чем-то забайтить, блядь, доту. Кофемания? Вставай, блядь. Пиздует, чине? Нет, блядь, пошел, блядь. Ёшкин, кошкин, мышкин. Мне надо, может эту пыльку надо подкинуть на этот стол или вот в ту коробку на парашу. Она ж привыкла с параши жрать. Надо куда-то эту пыльку скинуть, чтоб она вышла хавать, и пока жевала, папа быстро пробежал. Блядь, но он за компанию пошел в ту же руму, охуеть, сам все заруинил. Да есть же, как же умом, школьник. А, так он в печи уже. А, вот ребеночек, да? Вылазь, да. А, это ты? Эшкеря, чиназис, бэйби, все свои на связи. Чекай мой дрипчик, хоуми. Это шорты, Nike. Мафак, хоуми, гэнгшит, бро. Все на связи, дрипуем жестко, чиуауа. Ушел. Пойдем к выходу. И без меня погнал. Слышь, да. Куда? Жди меня, еблон!
Да. Кстати, Леха, я думаю, нарезки чини эфире они тебе копейку даже не отдают, а так чатик, кто с ДВ есть, плюс в чатик и от Лешки в карму эфирит, фу, чтобы другим не было повадно. Привет, Майк Туйсон. Связь имеется, нет? О! Нихуя. Но куда мне пойти? Что мне делать? Троеточие. Это все? Что? Я думал-то там, ну, главу закончили, типа. Одна из концовок, да я понял, что их несколько. Но я батю бросил, получается, как мудак, это должна быть хуйня концовка, железная. Я батю предал. Но я просто не думал, что это финал. Я думал, мы сейчас пойдем с этим пиздюком, что-то надыбаем, что-то придумаем. Я просто к нему подхожу, он нихуя не делает. Но концовка что-то вообще кал ебаный, пиздец. Чё за нахуй? Это не финал? Ну да, это сейчас интро просто было. Сейчас основная игра начнется. Вообще на батю похуй. Знаете, я с какой-то стороны подумал, у меня батя без денег, ебаный хуй, за себя постоять не смог, его засосал робот, в шарике, ебаный, и он откис, из-за чего поставил меня и всю семью под угрозу. Моей маме проще зарегать OnlyFans, заработать много бабок, мы переедем в Нью-Йорк, будем жить на Манхэттене с видом на Централ Парк, где на 40-м этаже с панорамными окнами и в хуй не дуть. Нам такой бездарь отец, за которого мы вот живем в дерьме. Ну. Thank you for playing. Охуеть. Я могу продолжить и переиграть или нет? А ну. Это я что сделал? О, ебать, я в натуре могу продолжить, охуеть. А ну-ка. Ну смотри, я сейчас не пойду к выходу. Что я буду делать? Что я буду делать? Что мне делать? Вот этот хуй, он не откликается. Понимаете, я интуитивно просто забайтил. А-а-а! Говно ебать! Вот было бы так, я бы не ушел. Было бы так, я не ушел. Постол. Это что? Шо, Лизе? У меня не было батарейка. И меня нежно, вот это подстава, блядь. Fucking asshole. Дянюня. Ух ты. Изи гамы. Дрипс. Пополз. Я тут подкрыл дверь. Но мне не нравится такое. Вот это начинается хуйня для любителей ФНАФов. Надо их будет перебанить в чате. Потому что сейчас железо начнется какая-то хуйня, что
Ну, лол, это же понятно, что тебе надо было подойти к стене, сделать шаринган, девятихвостый лыс, потом надо было сделать сальто, покрутиться, открылась бы дверь, там тайная концовка, там спрятался папа, ты там берешь папу за горду, ебешь его в рот, быстро уходишь, прыгаешь шарики, переобуваешься, Джеффи берешь с собой, забираешь Джеффи, прыгаешь шарики, являешься в этот мир, берешь с собой Майка, перетаскиваешься вот туда же, вы бегаете по карту 3 раза, потом выходите, нужно сделать вот такой вот маневр, пицца-фабрика домой, дома мама стала чикой, папа ебет маму, они возвращаетесь обратно, берете сюда, прыгаете в шарики, бам, перемещаетесь во времени и живете счастливо в прошлом. Лол, как этого можно было не понять? Ты глупый, чел. Это же написано на fandomfnaf.ua, там все ясно, боже, даже Куприник понял, Потому что я в душе не ебу, где этого батька искать. Я действую по гайду. Мне цель говорит идти ко входу. Я ко входу иду. Бля, я не знаю. Подожди. Я помню, была какая-то хуйня. Вот я еще когда с девочкой общался, я думал, может вот этот вот журнал обменять у чела на петарду? Помните, у нас еще есть кусок с петардой. У нас тут до сих пор файтинг с ебаным Шреддером, Сплинтером. Свапнуть петарду. На что? У меня нихуя понимаю. У меня 4 монетки, мобилка, кошелек отца, блядь, электронная пушка, ключи от подвала все в жире, блядь. Ну мне... Все, мне развязали руки, фул! Я могу делать, что хочу сейчас, понимаете? У меня открытый мир. То есть вот это была... Вот это только что вы видели концовку нормального человека, который просто ушел. Но видите, у меня цель все равно идти ко входу. Может какой-то баг-лаг? Я железо должен поговорить с этим челом, а то какого хуя, я просто ушел. Мне железо надо с ним побазарить. Когда в нашем ретро-магазине появился новый робот Макджелли Пиздрик, отец обещал меня сводить туда, посмотреть на него. Я очень сильно хотел такого робота, но у отца не было денег. Через пару недель кто-то купил его, и я думал, что больше никогда не увижу. Оказалось, его купил мой отец. В течение нескольких недель он работал сверхурочно, чтобы удивить меня. Мы голодали, ели опоссумов, но зато у меня есть робот. Xiaomi. Мило. Мда. Надо понять. Я вот увидел в чате, мне чел написал, из-за того, что я вылез в винты, могло забагаться. МБ в натуре, если я выйду не через вент, он такой типа, ебать, вот ты где, Освальд. Вот я на тебе, Лёшка. Спасибо за подписку. Их двое! Иди нахуй, падла, во. Хуй вам, а не я. Живым не дамся, жив сюда, блядина. А? Нюхай нос мне, тварь. Спасибо за подписку. Спасибо большое за сосиску. Так, там эта хуйна бегает. Инвалидную коляску, блядь, догонять будешь, как гонщик, блядь. Во! Ты идешь? Нет, я ищу своего отца, у него каштановые волосы и синяя рубашка. Ты не видела его? Это девочка? Нет, ты не видел чипа? Мы были в зале игровых автоматов, когда вырубилось электричество. Нет, не видел. Ты думаешь, что он... А чего он? Спаки, блядь! Нюхай хуй. Тварь. Но я сейчас
Если бы у меня касцена зарегалась, я бы не сбежал. Я че, вообще батю кинуть? В такой-то ситуации. Ну беги, опудало, блядь. Под стол. Сидим. Да, конечно, да-да-да, давай загляни. Сюда, падла, заглядывай! Не, нехуй, сука. Сюда, сюда, сюда. Тихо, встать! Встать! Драпу, 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 драпу. В сундук, в сундук, в сундук, в сундук, в сундук. Тише. Прибежало чудовище. По тараканам, на. Пошел расстрел. Бам! С пермотой. Бам! 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 Да ешь. Вопросы по Аиму. Выпали зяхтунгы. Блять, мне надо убрать вот эти ящики. Блин, тут походу сюжетка в натуре длинная, пи***ц. Потому что я железно до сих пор могу выманить петарды. Петарды. Петарды я могу на что обменять? На пазл матрица. Чё думаете? Петарду на пазл матрица. Здорово, Мегадодик. Света дать. А Наташа. Дрипс. Да выходи, ну это пипец и жопа, я бы сказал. Я бегу. А моего кента тут нема. Кента нема! Я все забагал! Я все забагал, пиздолет. Дина! 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 У меня в натуре кента нет. Так он убежал. Вы че ебали? У меня задание, иди ко входу, он тут еще должен быть. Третий класс, вторая четверть, блядь. Дебилоид, ты где был, когда меня ели? Спаки, 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 спаки. Бегит, 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 бегит. Он с**л давно уже. Danger Sausage, если что, никнейм. Ну а как там? Вообще не в IQ дело, да? Пошла на шлюха. Оп! Это было слишком близко. Почему я не могу найти его? Где я еще не смотрел? Пойти домой. А где? В комнате охраны я не был ни разу, по-моему. Ни разу, ни в этом мире, ни в том. Комната охраны вообще клозит для меня. И в библиотеке я ни разу не был. Тоже локация закрыта, рыля. А сколько всего дней? Почти не спал. Почему я не могу... Папа? Ух, что ему еще нужно? Ну я за ним пойду, слышь? Спасибо за подписку. Сука, не дают вариант. Спасибо. Денджер шишки. Доброе утро, Освальд. Ты готов к завтраку? Сучка, а ты готова изведать моего Освальда? Думаю, я поем сегодня в школе, если ты не против. Хорошо, милый. Ты уже завел новых друзей? Ну там Габриэла готовенькая, у нее на меня брыж.
Есть один новый парень, от которого я не могу отвязаться. Ну же, Оз, это не очень красиво. Может быть, он просто хочет быть твоим другом. Мама, я не гей, лол. В любом случае, это всего лишь твой второй день. Все наладится. Мне все сразу, всему свое время. Ну ты у меня прям позитивчик, мамочка. Ты у меня прям, ну даешь, современная мамуля. Имеется, блин. Имеется, не иначе. О! Здорово, Терминатор! Ты можешь... И шестиклассник теперь. Но тебе не убежать от маминого поцелуя. Мама, ну нет. Спасибо большое за сосиску. Веди себя хорошо сегодня. Спасибо за подписку. Мы с папой всегда рядом. Вот это уже, конечно, хуй. ББ, олухи. Жаль, что ты не веришь мне по поводу отца. Реально эту выдру не смущает, что батя стал ебаным АФКшником. Это просто молчаливая, светящаяся залупа. Ее вообще, ну, ноль странностей, да? Я говорю, значит, они заодно, и они оба робокопы. That's all. That's all, ну, мне все понятно. Я уезжаю домой. Ха, это же Освальд Оцелот. Ищешь место для линьки? Люль. Для меня, да мне ебать. Оцелоты не линяют, Дилан. Я смотрю, ты теперь эксперт. Ну, я. У меня сегодня проблемы. Ебать, тварь! Эй, бабмаш, видели, что он сделал? Он мне дал ты этот полихарей, блин. Мразь ебаная, пи***ц. Забулил, мудак. Буды быты, вот это кувалды, нахуй. Это что? Я учусь в классе с Мишкой Федором, Эшкеря. В чем дело, Освальд? Все нормально, мисс Мичем. Я просто не могу сосредоточиться. Возможно, для ясности в голове тебе стоит размять ноги. Да я вот тоже думаю, поставляйте еблище свое, отработаем парочку ударов. Я оставила книгу в кабинете директора. Не принесешь ее мне? За журналом только подсосы учителей ходят, ебать. Идем. Как я могу спасти отца, если едва могу высидеть на уроках? Ну же, Оз, как говорила мама, не все сразу, всему свое время, блядь. Угу, в кабинете директора, Дрипс. Отвечаю, в конце кажется, что это шизик, ебаный. Что этого всего не существовало, что он просто лежал, спал, блядь. А модеры начнут работать у меня сегодня, Твунтик? Отработка едет, чинит? Или по тебе разочек отработать, нахуй? Чтоб поспал чуток, что думаешь? Эй, ты почему не в классе? Ну я пришел за книгой для... Спасибо за подписку. Спасибо большое за сосиску. Нет, парень. Ты здесь, чтобы помочь тебе найти ключ от кабинета. Я шестерка, ебаная! С радостью, миссис директор. Что? Дверь в кабинет закрылась, когда мне нужно было перекусить. Ой, то есть, когда мне нужно было отойти, чтобы следовать за поведением учеников. Я поищу его. Ты мой спаситель, малыш. Ты моя выдрочка старенькая. Я твой спаситель, сучка. Будь ко мне нежна, будешь ко мне благодарна, тварь, падла. А у меня выбор для поисков, слышишь? Ебаться, вот это сейчас отправимся, да? Где ебаная рухлядь могла забыть ключ? Здесь в течение года будут представлены арт-объекты. Field trip. Дилан как-то раз использовал это. Пришлось эвакуировать школу. У него были большие проблемы. Да пиху кто узнает. Да? Лев, ау. Вот и наступило мое ДР. С днем рождения, броуски. Почему-то тебя нет в Оренбурге. Лев. Как это? Я сейчас в Оренбурге. Надеюсь, стрим закончишь и сразу на вылет. Не-не, я здесь уже, почему-то братишка. Почему-то никто не поздравляет. Все Лев, поздравили, кроме девочки.
с которой не общался больше месяца, Лех, ау, из-за ее игнора. Она, кстати, снова игнорит Лех. Шлюха. Она, Лех. Собираю комп один, Лех. Люблю тебя. И я удачи, тебя. Лех. Ау. Спасибо, спасибо большое. С днем рождения тебя, Бруски, еще раз. Это полный шик, Багумс. Людмила Михайловна, ключик на месте, мазафакуми гэнг, что-то не иначе. Ваш малыш принес ключик. Я почти каждую комнату в школе осмотрела в поисках ключа. Да ну на... Все две. Почти каждую комнату. Мне нужно идти. Мне кажется, меня кто-то позвал в кафетерии. О! Вот это я сейчас тут буду мухоморить. Я сейчас тут буду баловаться, Рейля. Отец приходил на родительские собрания, сомневаясь, что это существо придет на них. Ебать, он прям батю недолюбливает. Наконец-то, теперь я могу вернуться в класс. Стоп, что это? Так я смогу проучить Дилана, чтобы он ко мне не лез. Ну шо, падла, Дилан, попался? Попался, падла? Лёша идет, сучка, Лёша бегит. На всех парах Лёшка идет. Оп. Освальд, ты особенно не торопился, как я посмотрю. Мисс Митчем, я посмотрю, у вас слишком свободен рот, а у меня слишком голодные яйца. Простите, миссис Митчем, мне очень нужен был перерыв. Класс! До завтра. Не забудьте написать сочинение. Неделя. Так, где этот хуй сделан? В кепке, блядь. Где этот хуй? Где... О, впал. Ну, Дилан пытается выпрыгнуть из-за ящиков, чтобы напугать меня. Если я вижу, то нечего бояться, верно? Ебаный, я соло сражаюсь с аниматрониками в противоположной вселенной в 90-х, блядь. Ты вообще не здесь, сука. Да, чего ты очкуешь, нахуй? Ну, Дилан, внимание, иди, охуеть. Я знаете, что... Может, он тут? Нить. Знаете, что я думаю? Может, мне вот эту ляпалку сейчас в библиотеке обменять на пикарду? Чинить. Просто как у себя дома, нахуй, брожу, охуенес. А где Дилан? Надо его отмудохать, блядь. Это что за обуви? Завтра мы планируем препарировать. Полный чуваува какаши 26 плюс 26 равно 52. Хорошего стрима. Бога агаши. Чем больше бежит Освальд, тем больше вероятность, что он споткнется, блядь. Это пи***. Похоже, он опять бродит по дому. Нужно найти способ выбраться отсюда. Через главную дверь. Но она опять будет закрыта, да? Железно. Лёх. Ау. Но это полнейшее мудохуй проебистическое елдохуй деда не усяти на три. Чуауа. Спасибо большое. Лестница сломана. Нужно искать другой вариант. Пуфик, стульчик, что угодно. Что угодно надо просто подставить. Крысы появились сразу, да? В количестве 3 штука. Ебать, 3 на... Батарейка. Изи хаме. Веревка. Механизм противовеса. Да ну на... Пошел лутинг, еб меня нежно. Так, окошко есть еще у мамы в спальне, и у меня, по идее, должно быть. Испугал, падла! Поконим. Да!
Да быстрее, сукин сын! Спрячься, дура! Не придешь сюда, не придет сюда! В мордяку с пердаляху, зараз я их заряжу, блядь! Не высовывайся! Тварь. Говно! Тише! Игрушки лови, тварь! Пизда, ну как он знает, что я тут, мазафака, хоуми! Нить! Мам? Во, видал? А не туша моя. Подонок, Робокоп, все, в окно на выход. Не могу. Ручка, тянучка, батарейка, механизм противовеса, устройство проверки кутвонов, слот, электронная машинка, веревка. Веревка, наверное, нужна, да? Нит? А что мне надо здесь? Че? В школу трон от создателей метели порубить не хочешь? Я ваш рот, ебать, дебилы. А что мне тут надо заюзать, охуеть? Отвертку? А, открутить окно, оконную раму. Ну, в принципе, нормально. Отлично. Бежим. И ночная пытька, да, у Джеффрика? Нямка. А мне, пожалуйста, двойную пепперони, вот это с ананасами. Как она там, гавайская, чи шо? Все верно. Нить, просто тусуюсь. Кто-то по имени Я Неудачник позвонил, чтобы сделать заказ, но так и не забрал пыльцу. Но хоть не Яна с фамилией Чили. Не. Что ж. Что это нахавает? Это что, чизкаки? Раньше пицца была намного вкуснее. Дура, ты бортики жрёшь. Хотя, стоит признать, после покупки заведения Джеффом, пицца стала намного дешевле. Количество преобладает над качеством, полагаю. Дура, блядь. Белым хлебом желудок забивает, лишь бы не голодать, мразь. Так, ныряем. Нужно найти папку. Вообще непонятно, я бегаю просто туда-сюда. Туда-сюда. В прошлый раз эта штука пришла из игрового зала. Может быть, это удерживает папу там? Чипа тоже. Найти способ попасть в зал игровых автоматов. А, это сюдой. Ну, с вечеринки, вероятнее всего, yes, sir. Лёх, убей эту крысу, много пищит. Отлежи маме асфальт до пеше. Кто такой асфальт? Что-то я забувся! Тише. Так, мне надо, наверное, пойти сейчас во вход, потому что тут будет закрыто железно. Мне надо пойти сюда, переместиться в кладовую, пойти в холл для вечеринок. И попасть в комнату для вечеринок. Спасибо большое, флип-флоп-флоп-идуп-идуп. Thank you very much. Ух ты, блядь, один нахуй, блядь. Оп, нюха бебру. Ой-ой-ой, а шо вы вместе, да, ребятки, дружите, чё шо? Ой, это чё? Понял, лишнее. Здорово. Давно тут местный, чи не? А что я сказал? Я какую-то гадость пизданул, да? Бля, извините, что-то я... Бля, если стрим удалить придется просто, скорее всего. Вот,
Поэтому, кто хотел посмотреть, ребят, будет сейчас эксклюзивчик, так сказать. Там опять кто-то вышел, но я ваши тефтели еб... Это дверь заперта. Нахуй, блядь. Это дверь закрыта. Блядь, я ебал, так цепастка! Может, мне как-то туда можно пробраться через эти... потайные пути? Чинит. Вот туда на... Тише. А кто звонит? Да, у аппарата. Если ты все еще слушаешь, есть некоторые вещи, которые тебе не говорят, когда ты подписываешься на работу. У аниматроников плохо со зрением, и если они видят движение, они могут подумать, что это... Байкер, хуй, блядь, твою маму шлюху бил ногами, дуру, блядь! А, нюхани моей свежайшей, вкуснейшей. Домой. Надо мне попасть в зал игровых автоматов. Блядь, да идите, сука, нахуй, блядь. Нит, смотрите, железно, где должна быть вот такая вот хуйня. И я через вот эту залупу сраную должен как-то туда попасть. Мнение. Охуеть. Конечно, блядь. Где нахуй? Тварь ебаная, блядь. И на клык. Падали нахуй. Где я сейчас заспавнюсь? 90-х, блядь. Блядь. Я в охуе. А может здесь есть? Прям в этой рум? А, ну конечно, нахуй. Подождите. Вот с подвала есть хуйня, которая ведет сюда. Смотрите, здесь вход закрыт. Здесь вход открыт. Здесь закрыт, здесь закрыт, здесь закрыт, здесь закрыт, здесь закрыт. Отсюда можно пролезть сюда. Вот так есть проход. Но здесь завалено. Тут нихуя нема. Что-то есть вот тут, куда крыса забегала, помните? Тут есть, но тут оно сверху. То есть мне нужно найти лестницу. Yes, sir? Мне нужно... Вот! Вот это хуйня! Вот! Вот это мне надо! О! А где коробки? Прием! А где коробки? Да ну на... Вот и на те. Еб***ь меня нежно! Бля, кто-то идет. Да? Сам дебил, б***ь. Какаши бугагаши. Я еб... Этот ЛТЦ. Ждал апрув транзакции 10 минут. Нюхай яйки, чел. Вот оно! Вот оно! Боже! Да есть же нахуй!
Боня! Ну еби меня нежно, бэйби нить! Блять, ну еби Боня! Придумай что-то, чтобы выманить кролика. А в чем проблема? Почему я не могу просто сейчас залезть в костюм еба Фредди Фазбера, зайти всех распугать? Нахуй главный, нет? Что такой голос хриплый стал? А я... Короче, я раньше пародировал Бустер. А сейчас я начал пародировать Эвелан 192. Он популярнее просто. И он сейчас стримит меньше, больше казинаки, поэтому я думаю, что люди такие типа: о, Водо, здорово. И ко мне, короче, вся аудитория пойдет. Ну, я. Блять, ты нахуй, сука, блядь. А чем его выманить? Он на шум не пойдет, да? Он на шум, гнида ебаная, не пойдет. На что он байтится? Лёд, я его маму целовал на голую. Просто пока она в полусмерти была, находилась. Обо всех неисправностях голосового аппарата не пытайтесь играть на гитаре Бонни. Схема активирует протокол зажимания. Мне нужна гитара, да? Гитара. В подвале была. В подвале была гитара, Изигаме. Боже, как же сейчас умом за гитаркой кадрыпс. Куда? А там занято, бро, там проход закрыт. Да, робокоп стоит, меня тоже вымораживает. Сейчас перейдем. Умом, смотрите. Просто умом. Гитара. Нить. Влезай, ты шлюха. Гитара не берется. С гитарой ноль взаимодействий. А если гитара... Может, то, чем нужно выманить кролика, нужно искать в другом мире, потому что мы туда давно не ходили? Поп, робуй. Почти 300 зрителей. Да скатился немного, брателло. Но я правильно понимаю, что рано или поздно мне придется вот эту всю хуйню прочитать, да? Мне просто супер впадло. Ну вот это супер впадло читать. Ладно. Не есть рядом с Чикой. Новое поведение. Чика создает мусорные гнезда, чтобы уведомить сотрудников, что весь мусор нужно выносить до закрытия. Короче, она байтится на хавчик. Не пытайтесь играть на гитаре Бонни. Схема активирует протокол зажимания. Обо всех неисправностях голосового аппарата необходимо сообщать старшему руководству. Отрегулировать силу объятий ребенку. Повредили спину опять. Почему это вообще является отрегулировать очередной раз? Сколько это раз было? Что за бредни ебаные? Приклеить шляпу в голове. Значит, Мишка Федор должен быть потом. Да не, мне просто нужна гитара. Нужна... Вот она! Это же гитара синего кролика, но струны порваны. Уверен, что смогу найти старые струны среди мусора. Еби меня нежно, бэйби. Изи. Бам.
Это что? Ебать, дети! Видеть? На завод работать. Так. Короче, сейчас мы идем, лутаем струны, блядь, все супер умом. Отвлекаем Бонни. А что в этой комнате? Я же уверен, что дети... Дети по итогу вот здесь. В самой закрытой руме. Либо вот тут. Охуеть, в этом мире тут комнаты нет. Тут нет двери. Стоять. А что тут в этом мире? Просто заплавленная чешо? А, заваренная дверь, охуенес. Вот и на тебе, блядь. Вот и на тебе, нахуй. Подстава, ёпт. Тут чинит. Пи***ц. Обложили мне проход, гниды, ебать. Ну их нахуй. Бегу, 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 я бегу, бегу, бегу. Дрипс. 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 Так, ну, блядь, с каким шансом на ебаной фабрике, на параше будут струны сейчас? Ну это же no chance, ну это no chance. Вот они висят. Я в ахуе! How is it freaking real? О, Дилан, падла, да? Кто бы мог подумать, что Освальд Ацелот, еще и Освальд мусорный енот. Слухи поползут по всей школе. Дай Дилану пи***ть прямо сейчас. Ну не пи***ся, ну что за говно? Что он здесь делает? Ладно, мне сейчас не до него нужно возвращаться. Блядь, я терпилоид, пи***. Да сука, его ж законтрить, изи гаммы. Я в ахуе, чел у параши ночью стоит сам. Е*** меня нежно. Где нахуй чудище? Some freaking melodies, some freaking melodies, some freaking melodies. Да ешь. Оп. Пагна, пагна. Пагна, погнал. Он ждет уже здесь. Ну я мудила, сын. Тише. Тише. Гитарку-то дрипс. Звучать хорошо вряд ли будет. Ну пусть хотя бы работает. Пишов ты нахуй, блядь. Пишов ты, сука, ересь, блядь. Оп! Нырнуть. Рейд! Да ну нахуй. Всем привет! Так, а как короля ебаного выманить? Нужно в определенном месте где-то сыграть на гитарке, чинит. А где мне на гитаре забацать? Прием. Да ну нахуй, там где они выступали. Yes, sir. Еби меня нежно. Еби меня нежно. Чудовище безногое просто. Дрипс. Оп. Да ну нахуй. Итак, чудики, говорит, давайте поиграем. Да ну нахуй. Погнал, чудики. Делай. Ой. Писта, писта. А он сам бегит, охуеть. Ебать, оно огромное. Еби меня нежно, оно гигантское, нахуй.
Ебать, бля, за шо? Дина... Спаки, сука, тварь! Отъебалась, на... Эй! Чудовище, ебать! Это что за хуйня? Ебать, они прожав спаки? Ебать, меня нежно. Вот и на тебе, на... Выманить кролика, бля... Паскуда. Бля, тут ждет сучка стоит. Пихуй, мне пихуй. Готовьте розг. Едем. Бро, это хит, на... Это хит. О, бля. Несется сволота, несется сволота. Пробай! Боже, какая медленная сучка! Робокоп, я готовлю спаки. Пизда ему. Руку ампутировать буду, тварь ебаная. Ты услышал меня, чинит? Панна! Отъебалась! Нужно идти по вентиляции. Принято. Оп! Спасти Чипа, Адейла. Тварь! Чип на месте чинит. Хм. Иди нахуй. Ебать. А чип в нокауте, слышишь? Блять, а зачем вообще бедолагу? Отъебало-то. Чи, братанчик, ты как? На, нахуй, добил еще. Спасибо. Не знаю, что это. Поблагодаришь потом. С тобой случайно никакого взрослого не было? Бля, как ни странно, да? Миллиард человек в помещении, выжили только его два чела, которые с ним играли в ебаный писа роллер, да? Ебаный писа роллер. Все остальные отхисли, блядь. Ясен хуй. Ну, конечно, блядь. Нет, ты не видел Майка. Он бросил тебя, да? И бахтунг оформил к маме. Теперь он в безопасности. Это батя. Давай, чувак, мы должны разделиться. Вот это тактика. Нет, я... Это был батя, жиле... Ведмедь Фёдор! Ведмедь Фёдор, нить! Тише, тише, тише. Только не медведь Фёдор, блядь. Чё за хуйня? Я рот его ебать, где только не ведмедь Фёдор, блядь. Бам. Я уверен, что слышал его голос. Батя, железо был батя. Выл батя. Держись, пап. Лёх, ебать, у тебя голос прокурен, чиуауа. Да я только, братан, я вот только, блядь, колян докурил. Перед, ну, я на стриме только что хапал, перед стримом. Вообще, пока, да, я ж не откисаю, дядь. Пора в школу. Не представляю, как перенесу этот день. Почти не спал. Ну, поглажь, поглажь, сучка. Что ты мульчишь, падла, дядь? Что ты, сучка, мульчишь? Что у меня батя до сих... А где мама? Не поняв. А где мама? А где все? Подождите, никого нема. А куда все делись? Бля, это мама слюнявая оформляет, охуенез. What is going on вообще, блядь? Мама не одна, что ли? Бля, четвертый день, братва. Четвертый день. Опять же, подождите, мы петарду так и не выменяли, блядь. Идти в класс. Вау. Да?
Надо тренироваться, бро. А то точно получишь в туза от кролика из-за спаки. Бро, у меня вообще все отлично. Оно сейчас расскажет, что я парашник. Смотри, ну он уже угорает надо мной, тварь. Ты ч... Эй, смотрите, это же Освальд, мусорный енот. Эй, смотрите, это то, что Дилан вчера вылизывал нахуй перед сном, блядина. Странно, что он все еще не копается в куче. Ему там самое место. Какая мразь, ебать. У меня чел рыдает уже в слезах. Ну а Дилан кто? Ну конечно, Дилан, Мишка, Федор. И погнал. В чем дело, Еносфальт? Ты выглядишь так, будто тебя здесь тошнит. Его, наверное, тошнит от всего этого мусора. Он может сейчас не сдержаться. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. На нахуй! Вот это отработочка, слышишь? О, нет. Нужно выбираться отсюда. Пойти в бассейн шариками. Ебать, не у сейф-зон, ебать, да? Пошел банк ограбил, нахуй. Человека убил, бам, в бассейн шариками нырнул. Все, ты в 90-х. Вообще, questions, no. Нужно так-то и у Дилана и мать подъебать, пока есть варик, нет? Джеффри! Ау. Джеффри? Ой, здорово, Соня. Разве не должен быть сейчас в школе? А у нас экскурсия вот в твою пиццерию, бля. И сегодня. Бля, как же ему похуй, бля. Как же этому Джеффу похуй? Я того рот ебал. Сидит забегаловку держит. Куда я пошел? Нахуй я пришел? Так. Пошло перемещение. Пошло перемещение. А ну-ка. Вы издеваетесь? Сколько детей он запер там? Там же в натуре не скачать. И никто мне не хелпует, блядь. Вы вообще прикиньте, столько детей. Я спас одного хуеплета. Спас второго. Никто не хелпует. Сука, мы втроем просто этих быгнит отпинали. Нахуй, батю бы спасли. И меня нежно. That's all. Nothing special. Все. А кто где верещал? Вот в этой комнате железно кто-то. Вот тут железно тварюка какая-то сидит, мелкая. Тут закрыто. Так, окей. Тут мы были, тут мы были, тут мы не были. Откуда мог крик идти? Охуенез. С охраны, да? С охраны орут, детишки. Ну вот в пищи уже пару согрелось, детишек. Хрупеньких, маленьких деток. Бля, мобилу второй раз взять не могу, я не дослушал. Ну фу, в предыдущий раз, еби меня нежно, сучка. А, ну это слышь? Это добрая тварь. Это добрая, это хорошая. Ой, бля. Тише, тише. Я, бэйби, я! Проститутка, ебать! Хули он эту дверь даже не пробует открывать, гнида тухлоротая! Ой, блядь, она стоит в дверь, лупарит, нахуй! Падаль. Ну звук железно с охраны, звук железно с охраны, железно. А как сюда попасть? Подождите! В зале игровых автоматов должен быть проем, да? Даю разрешение на одну подсказку, да? Вот тут должен быть, где-то в стене должен быть проем, который ведет в охрану, раз дверь закрыта. Железно, железно.
Железно нит? А как? Вылез. Подождите. Эксперты ФНАФа вышли с чата или что? Я всех распугал? Я не имею представления, как попасть в охрану просто. Иначе. Анима в натуре, прикинь. Ебать. А как? Очень тварь. Чё-то лежит, говорю, сука, один нахуй, тварь. Не! Анима! Ну крик железно, железно с охраны шел. Железно. Не баньте сейчас за подсказки. Модерация, если я спрашиваю про подсказку, не надо банить. Я понимаю, очень трудно. Я повесил чела или что сделал? Откуда? Это моя школьная фотография с прошлого года. Отец всегда носит ее с собой. Ася. А? Мишка Федор, привет. Найти способ отвлечь медведя. Так, 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 так. Мишка Федор. У новых моделей челюсти всегда ведут себя так непредсказуемо. Не допускайте яркие вспышки рядом с Фредди. Он сходит с ума, и у него перегорают схемы. Не используйте фотоаппараты со вспышками. Помните, темные глаза следят за тобой. Приклеить шляпу к голове, дети постоянно воруют ее. Фредди продолжает пытаться снять свою голову. Второй техник назначен. Нужна петарда, да? Петарда нужна вот здесь. Оно? Оно? Ой, блядь, да сучки, ебаные, ну ждут, твари. Петарды надо? Я надеюсь, меня Кен ждет, до сих пор сидит в библиотеке. А что ему дать? Может, ему надо что-то с этого мира принести, вот с этого, с 90-х? Что я ему дам? Но у меня, блядь, своя фотография есть. Спасибо за Спасибо большое за сосиску. Спасибо огромное. Ладно, посмотрим, что сможет тридануть. У меня есть еще монетки есть. Пусть идет играет в автоматы, которые не воркают. Хули, блядь. Дрипс, на выход. Имеется. Так. Я, кстати, впервые в библиотеке, слышь? За всю свою жизнь. Здесь? Вот этот Кент. Он все ждет, стоит. Эй, парень с петардами. Эй. Мне все еще нравится это имя. Все еще хочешь поменяться? Да, у меня есть вот это. Ручка-тянучка. Дайди мне что-то из прошлого, не... Что у меня есть из прошлого? Жетон. А... Мудила! Что у меня есть из прошлого? Электронная пушка! Ну? Комната открылась, Броукбой. Броукбой это потому что я тебе ебал сломал позавчера. Мне надо в прошлом найти какую-то и какой-то итем и ему отдать. Какой, блядь? Ну, у меня его явно сейчас нет.
Иди нахуй, хуй бес. Еби меня нежно. Или шарики. Ну да, они самые, дядь. Какая дверь открылась? Вы пьяницы? Мы тут были, мы тут пыцу забирали. Это та же дверь. Ну, дебильчики. Мне бы вот в комнату охраны попасть. Потому что здесь комната охраны завалена. Стой, там что-то было. Лёха в кладовой в старом мире. Все, я увидел, братва, я увидел, спасибо. Увидел. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Подожди, я могу спиздить вот ту гигантскую бошку? Блять, или я должен починить автоматы и выбить ее с автоматов? Блять, иди нахуй! Ну мразь ждет меня, пи***ц. Тише, тише, тише. Блять! Так, лады. Оно ко мне бежит, охуеть! Есть кролики, а? Брысь! Иди на... Иди на... Бля-бля-бля! Если бы у меня были билеты, я бы обменял их здесь на призы. Блять, я железно должен обменять ему итем. Железно. Где мне взять билеты? Подъемы с Хилл Пуплисом? Пошла работа! Пампим, 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 сучку, пампим, тварь! 9 подходов, вообще за... А, я открыл... Я достал билеты. Нет? У меня есть билеты, 9 штук. А что я не могу достать? У меня же есть билеты. Или у меня их мало, типа? А ну. Фастфуд-захватчик. Мне надо сбивать, блядь, томаты. Пока что нормально по счету идем, слышишь? Что мне надо сделать? Понял. Плотно, плотно идем, плотно, плотно идем, плотно, плотно, плотно. Это хуй рот, ебал, право руля, право руля. Сбить. Мне трудно клацать так. Дайте мне джойстик. Нить! Томат летит, нить! Лива. Уверена. Сбить шухлядку. Ай-яй, хорошо. Упала, упала. Тише, 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 тише. Жить. Жить, жить, жить. Отлично, ПВО работает. Ой-ой-ой. Замечательно, Мансим! Мансим! Хорошо, хорошо! Зашел в поворотик, имеется. Еби меня в ротик. Заебумбус. Я, блядь, гадами стреляю. Бля, какие-то макароны вылезли. Сбить. О, тише, 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 бэйби, тише, тише. Тише, бэйби, тише. Нормуль, нормуль. Полет нормальный. Оп, имеется. Ебать, атака! Осада. Все, пи***ц. Какой мировой рекорд в этом, есть или нет? Срочно мне сказать, я бью.
О-о-о! Тише-тише-тише. Какой мировой рекорд в этой игре? Срочно сдать информацию. Я заряжен на киберспорт прямо здесь сейчас. Замансил, сучку. Бам, картопля сбыта. Просачиваемся. Уверенно. Ай-яй-яй, отлично! Да есть же! Фиксировать. 6 билетов? 15! 5 штук осталось, да есть же! Да есть же! Заебумбус. А ну? Доставить пиццу. Ага. Тише, ждем, ждем. Пытька пошла. Yes. А, что ж, ну, это тоже сейчас один из, извините меня, ну, это... Тоже, ну, достаточно рекордное количество билетов было выиграно. Пошла работа! А, хорошо, полтинчик, но добивается. Да я же! Хорошо. Это, прикиньте, это даже не флаги. Были бы флаги, я вообще в рот бы выебал. Миллиард билетов, нахуй. Что? У меня 26 билетов. What the hell? Да ну на... Да ну на... Почти не вижу экрана. Кому это вообще нужно? Я PSP-шку выиграл? А... Эй, да есть же! Да ну на... Да ну на... Имеется, блядь. Тише. Мог просто вон медведя взять, ебать, и все, и свапнуть. Вообще заебумбус. Сейчас Пикарду лутаем. И децл. И децл. Так где батя? Батя, вот отвечаю, батя в комнате с охраной? А что он там делает? PSP на петарду? Ну да. А что тебе не нравится? PSP с 90-х на петарду. Вообще охуительно. На петарды сейчас дефицит, хули. Тоже мне разбежался, блядь. Сейчас хуй надыбаешь, раритет такой, как петарда. Будешь еще играть во вчерашнюю игру? Да, думаю, раз в 10 зайдем. Так, в моменты, когда стрим захочу офнуть. А ну-ка! Трейдофер вот такой принимай, блядь. Че вообще скажешь по поводу ПСП? М? Неплохо, по рукам. Отлично, спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Yes, sir. Привет, зай. Да я тут этот читал книгу, приходил сдавать свою домашнюю библиотеку. У меня, ты знаешь, я читаю вот сейчас египетскую мифологию, бог солнца, Ра. Привет, я вот ухожу вообще-то. Ты в порядке? Выглядишь не очень. Ты себя видела, цыганка, ебаная? Пошла на... Мелочь проси у обочины, дура, ебаная. Папа, нить! Папа! Ну это моя будущая жена! Папа! Папа! Папа украл. Ну охуеть. Папа меня притащить домой. Я бояться. Мне так не нравится. Папа быть злой и тащить меня домой. Говорит, сиди в комнату, не общайся с женщиной. А мне нравится. Я любить ее. Я ее любить и обожать. К сожалению, больше не видеть ее никогда. Надо надо мной смеяться, потому что меня папа красть. Папа красть меня не идет. Еще через окно опять? Кто угорает? Хм, нить. О, сын!
блин, твари! Залочил окно мне, падла! Блядь! Придурок. Пипец. Это не я. Это не я, лол. Папа! Папа, блядь! Папа! Сука, говно ебать, а не отец, блядь. Чудовище ебаное. Заколотил мне Windows, падла ебаная. А что мне делать? Дверь. Папа. Ну, папа, я хотел бутерброд! Папа, я хотел бутерброд! Драпу, 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 драпу. Драпу, 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 драпу. Лол. Паскуда, ебаный кролик. Умом делаем. Тише, тише, тихонечко. Папа, блядь. О! Мишка Фёдор упал. Всебачило? Мне надо вернуться, наверное, за ним. Если мне опять надо заюзать отвертку, я Мишку Фёдора рот ебал. Стоять. А, я на веревочке спустился. Да есть же. Да есть же. У меня сейчас будет ПВПшка, слышишь? Сейчас ПВПшка с Мишкой Федором будет. Мишка Федор вс петарда здесь? Бля, дайте инфу, куда петарду класть. Сразу. Сразу нужна инфа, куда класть петарду. Заранее. Я должен быть подготовлен. В попу. Идиотос. Придуркос. Бам! Хлобысь. А-а-а-а-а-а! Лёль! Драпу, 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 падла! Драпу, драпу, драпу! Тварь упала. Да выйди! Сын шлюха! Блять, это пизда! Боже, я сейчас это всё вырву, ебать! Я здесь своими кулаками раздубасю! Почему нет возможности БКБ ТП-аут? Я не понимаю, ну why? Дебил. Прибежало чудовище. На! Прысь! Яндекс! А, могу. 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 Я не хочу играть сейчас, сори. Блять, кто воет? Ага, лёль! Нюдя! Зломаюсь, да, додик? Бам! Стой, втыкай, нахуй, встань, долбоящер. Дрипс? Будешь брать в рот, сучка. Будь ко мне добра, сучка. Обручальное кольцо моего отца, мне нужно вернуть его маме, не ебаси. Сюда, они уже близко. Что, кто? Сосиска? Камеры. Нит. Нит, нит. Нит! О, нит. Блять, нит, нит, это мое самое...
А мне похуй. Давай со мной. Мы должны убираться отсюда. Нет, я не могу. Они все еще там. Пойдем, шлюха! Пошли. Я не могу. Этот шум, дура ебаная. Ну, пиздате. А кто звонит? Я не могу представить, что ты можешь задержаться тут поздно. Так что нет смысла беспокоиться о всех этих аниматронных штуках. Бла-бла-бла. Если действительно нечем заняться после работы, иди нахуй! Хочешь задержаться здесь? Поиграй в игровые автоматы. Правда, не все автоматы работают. Охуительно. СПС за лайфхак, да? Блять, камеры потушили все. И меня нежно. Но здесь никого нема. А как мне чела отвлечь-то? Прием. А, есть тут камера в проходе. О, тоже нос и спешл. Бля, я просто уйду. Я не могу выйти с камеры. Могу. ББ, сучка. Торчит, ебаная Боня. Я могу просто с**нок оформить или нет? Могу. Но мне надо найти... Мне нужно найти какой-то итем, забайтить эту б**дину, чтобы тёлка не боялась, и я мог тёлку вывести, right? Или нет? Забайтили дальше играть вдоль помощи, гниды. Я кусаться сейчас начну. Тише. Заебумбус. Заебумбус. Бля, у нас еще закрыта до сих пор вот эта дверь, к слову. Дверь так-то клозит. Куда я залез? О! Что за хуйня привидение, блядь? А где эта хуйня? Вот здесь была, меня пугала, да? Шо ты, падла? Ты где? Монеткос. У сроцы для подсчета билета надыбал, слышишь? А нахуй оно мне надо? Блядь, к слову, в натуре, а где батя? Нахуй мне это чё вырло, блядь, какая-то? Кто это вообще такая? Нахуй мне её спасать? $25 за конхватку. Дай ему. Попробую забайтить на звук. Хули. Хуля. На кофемашинку. А я не могу, прикинь. Ноль вариков. Ебать, совсаться. А чё ж удойду вообще? О! А чё, батарейку может? Да есть же! Имеется на... К подруге! Подруга, всё на связи! Бля, что?! Бля... Пизда, паучиха. Ну дочь выдры, ебаная, ну ты куда съебалась, проститутка? Ну нет. Что ты делаешь? На кухню? Нет. 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 Блять, ну нить.
Ну отпусти девочку, ну нить. Куда она ее потащила? Привет, Федя. Я к тебе. Отдай подружку! Отдай, надо шахнюхать мне еще. Не двигается, но замок выглядит очень старым. Уверен, что я могу найти что-то, чтобы разбить его. Нужно вытащить эту девочку оттуда, прежде чем она замерзнет. А не молоток ли... Что такое, блядь? А где я? А, вот я! Вот тут молоток был! Вот тут был молоток! Охуеть! Похуй. Вот этот молоток мне нужен, right? Как же все умом? Как же все умом действуется? Иди нахуй, кыш. Пошла нахуй. Если я из-за тёлки въебу батю, я себя не прощу. Нет. Если я из-за тёлки проебу папочку, не пойдет. А, да. Свет потушили еще. Вот этот может молоток. В натуре могу. Бам. Понеслась, в карман сложил и погнал. Упала дурочка. Всем пизда. Я этой хуйней сейчас им ёбло буду ловать. Просто в дуре по голове. Шлюха за то, что пошла за этой чувырлой. Полоток сломался. Все пизда, давай ёбло. Ну там жмурик уже железно. Жмурик, да? Блять, я не успел. Живая, сучка! Ты спас меня. Да, Заика, ёбка, пойдем. Беги к выходу. Пока. Ёбся, какой, блять, пока! Проститутка, блять, нить! Ебище. Сбежать! Тёлку съели по дороге, я железно уверен. Я железно уверен. Ап! Не догонишь, падла. Изи гамы. Вопросы? Завтра все закончится. Пятый день. Ёшкин, кошкин, мышкин, пятый день. Видал такое что-нибудь? Нет. Я проспал весь день, времени почти не осталось. Никакой больше школы, отвлекаться больше нельзя. Я приведу отца домой. Пьяница, ёбаная, ты где? Алканавт, ёбаный, слышишь, блядь, никого нема, ни матухи, ни робота этого, но боди, блядь. Все попрятались, блядь, хожу гуляю, соло. Никого нема, ёбай меня нежность, живи ты с кайфом, блядь, хуй с этим батей. В чем трабл бабл вообще, м? Да, папа? С таким голосом тебе фильмы дублировать. Ну, это надо денег заработать. Когда я захожу туда, я не уверен, что выйду обратно. Но думаю, я готов как никогда. Че, ебать, тут сейвы есть. Бонни довольно замкнут большую часть времени. Бля, я Бонни вообще не видел. Под столом сидит чувырла на главной. Ждет, пока меня за лапу схватить, сучка.
Боец, блядь, подвальный. О, шо, башка лысая сидит. Хром-хромкой, жда бутерброд. Падла, ебаная. Хром-хромкой. Сучка. Дрипс? О! Не понял. Джи выбрал самое неудачное время, чтобы запереть дверь. Нужно поторопиться найти его. Джефф! Джефф! Джефф, долбоящер, ты где? Блядь, ну сейчас будет, отсоси мне за ключ, да? Ну я знаю эту хуйню. PDF-файл, блядь. Железно здесь. Единственная дверь, которая закрыта была всю игру. Ясен хуй. Пасьянс? Джеффи, ты долб ебаный, иди сюда, нахуй. Чё в ебаный? Джефф, что ты там делаешь? А на что это похоже, парень? Я работаю. Ты чего это врываешься в мой офис? Мне нужно попасть в бассейн. Ну, то есть я оставил куртку в комнате с бассейном на днях. Может, пустишь меня туда? Ха. Неплохая попытка, парень. На тебя сейчас та же куртка, что и в тот день, когда ты приходил. Почему надо в аномалии шпилить, слышишь? Мастер спорта, нахуй, по замечаниям. Запасная куртка. В той я оставил кошелек. Мне нужен он, чтобы купить пенсию. А, да, это действительно важно. Вот, держи ключ, но больше не играй в бассейне с шариками. Обещаю, что больше не появлюсь там после того, как закончу свои дела. Не хочу больше никогда видеть это. Настолько мерзко, да? Ты даже не представляешь. А на этот был челлендж. Бля, вы понимаете, что мне просто дали ключ даже без челленджа? Что? Папа! Папа! Чё за хуйня? А я думаю, на... нужен этот челлендж, если прикола нет, то есть я просто так забрал ключ. Нам просто решили комнату открыть под конец игры, блядь. Ау. Ау. Конченая тварь! Что за хуйня? Блядь, я уебать, безрукая гнида, блядь. А, да? Хули, давай вообще с 90-х нахуй начнем играть. О, маск. Хули, спасибо, что здесь с первой главы, блядь, запустили. А то я не помню, что там произошло, что за Габриэла. А мне нужна будет эта маска или нет? Да, я ее свапнул. Это ради концовки. Это железно ради хорошей концовки. Я клянусь на... Это железно. Я надену в конце маску, и меня Фредди Фазбер не убьет. Железно ради хорошей концовки. 100%. Железно, железно. Потому что она упала, когда я залазил. Это для самых внимательных, которые спустятся обратно, подберут и вернутся. 100%. 100%. Вы все олухи, ебать. Это изи гамма будет. Это будет изи гамма сейчас. На такую охуенную концовку еще никто в интернете, кстати, не проходил. Я буду первый. Прием. А ну-ка. Он еще не знает. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Здорово, олух. Виделись. Ключик давать. Спасибо. И я, конечно же, бегит не очень страшно, блин, эй! КУДА?! Все, пи***, все, все, это пизда всем таймингом, все, это въеб. Это въеб. Это въеб, нахуй, это въеб. Это въеб, это въеб, это въеб, это въеб, это въеб, это въеб, это въеб. Изи габы, с первого раза! Депчик! Имеется, блин. Папа! Папа! А где папа? А где папа? Папа! 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 Вот в этой комнате. Последняя. Последняя комната, которая оставалась. Последняя комната. Папа! Папа! Нужен какой-то ключ. Какая-то ключ-карта. Где ее взять? Где взять ключ-карту? Ключ-карта, ключ-карта, ключ-карта. Аааа!
Нужно подумать, где найти ключ-карту. Подумать и посмотреть в чате. Может, там кто-то думает вместе со мной. Ладно, ладно, давайте я без вашей помощи разберусь, ребят. Спасибо. Подсказки в чате не писать, друзья. Я сам додумаюсь. Наверное, может, в комнате охраны ключ-карта находится. Так думаю. Может, в комнате охраны? В комнате охраны ключ-карта. Ну и that's all. That's all. У папы между булочек. У папы между булочек. Между булочек у папы. Хи-хи-ха-ха. Нюдя-нюдя. Не ожидали такого подвоха. Оп. Оп. Маску не взял. Угу. Здорово. Все. Бегит. Бегит, хуй. Бегит, 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 бегит. Бегит, малыш, бегит, 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 мой маленький, бегит, 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 бегит. Драпу, 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 драпу. Прижог, сучка! Уа-а-а, бугагашки! Сюда. Я сейчас спрячусь. Умом? Да удалите клип, ты еще через год, блядь, приди, скажи. Ну что, вообще слепош... Бля, уёбина! Он же прям в глаза мне смотрит, what the hell! Бля, он обратно дверь приварил, охуеть, гнида. Подонок. Пососи хуйку мою толстую, бля. Прячься, еблан! Ну куда ты ведешь, папа? Паукам пи***дать? Бам! Бам! Апперкотом хуй! Пошло дело, дрипс! ОМГ! Да есть же! Да есть же! Да есть же! Нить не туда! Нить! Нить! Сын хуй еб***ь. Ну сын еб***ь. Гомункула, бля, ну просто придурок. О! О! Имеется? Куда он пиздует, бля? Не, эти клипы можно не удалять, вы лучше дебильные удаляете. Спасибо. Оп. Бля, тут звонок еще несется, слышишь? Да, здравствуйте. Пыльски желаете заказать? Я даже не уверен в том, что здесь работает один и тот же человек. Честно говоря, 5 дней – это большой срок для человека на этой работе. Так что я уверен, что у тебя все отлично получается. Но обычно, если ты решил заняться чем-то еще, убедись, что оставил важные замечания на человека, который займет твою должность. Ну, помочь ему обосноваться здесь, как я помог тебе. Уверен, это важно. Это пошел на... Тоже, блядь. Так. О, да на это мне похуй.
Я могу в камеру, камеру 7. Дай мне камеру 7, срочно. Срочно, срочно, падла. Там батя должен сидеть. Пожалуйста, не темень. Тварь еб... Вы меня наебали, да, падла? Нема ключ карты, сволочи. Обманули Лёшку. Так, окей, где может быть ключ-карта? Где? Персонаж в игре Лёшка, вы чё, глупцы? Кого на... О, монету. Хусос. Как? Как, сын матери, ебать, блядь? Трутень, ебать, блядь. Пошла отработка. Ебать, тугеза встали, сволочи. Тугеза, блядь. Так, мне нужно найти карту. Ключ-карта. 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 Где может быть ключ-карта? Где угодно. Где угодно может лежать, блядь, ключ-карта. Го на кухню глянем. Тут nothing special. Nothing special. Ля-ля-ля. Холодильник заварили, пиху. Нема. Но неужели в подвале, сука? Куча ложек и вилок, охуительно. Дайди нахуй с конфетами. Придурки. Стоять! А может... Да. Ключ-карта не может быть в реале. Ключ-карта здесь. Железно. Ключ-карта железно здесь. Мишка, Фёдор и Боня сошли с ума. На... Одно чудовище вдвоем остались. Вот эти два пугала. Еб... А ну я сюда в вент нырну. Батя воет без... Нет. Батю в рот принимают, я в охуе. Бля, размутьте чела за подсказку. Ну я ж ее спросил. Бля, модерация не щадит, конечно, сегодня вообще. Прошу подсказку, подсказку дают, модеры мутят. Но это вообще здесь... Мне модеры руинят игру вообще, понимаете? У меня прям, ну, желание нема. Шо сделал? Не, сектор clear. Идет кто-то, блядь. Кто-то идет. Бля, fucking asshole, где ебать ключ-карта, падла? Хуй пойми. Ну, у меня батя воет на... Папа, я здесь! Папа, я здесь ищу ключ-карту. Есть инфа, чинит. Пизда! Мазафака. Мазафака, мазафака, мазафака. Блять. Всех отпишу, нахуй. Знаете, что я думаю? Что ключ-карта не заспаунилась, потому что я в этот раз не открыл дверь.
Не попробовал ее открыть. И скрипт не сработал. Мнение. Такое может быть или нет? Выпусти меня отсюда, ты глупый кролик. Бля, это девочка. Какой-то странный кролик. Сможешь найти способ выпустить меня? Это даже не папа, сука. Это даже не папа, это выдра, ёбаная. Блять. Ну везде ловушки, на. Так, окей. Поиски тут. Nothing special. Nothing special. Nothing special. Nothing special. Nothing special. Все, явно не здесь. Явно не здесь. Зумбус. Зумбус. Леха, она в куче роботов лежала. Ну ты ж пи***. А где? А где, падла? Вылазь! Вылазь! Иди на меня! Свинья! Тише, нормально. Все нормально. Все нормально, все умом. Залазь! Приду! Боже, блядь. Боже, блядь. Чудовище. Если я сейчас начну заново, я, мать, вот эту свою найду. Всем привет, ребят. Что ж, всем приятного просмотра. Вот, начинаем прохождение, собственно говоря, пятого дня. Заспавнились мы дома, и хуй знает, что будет дальше. Нашел я вот такой вот намордник Мишки Федора. Вот, и цель у нас пройти в бассейн с шариками. Что нас ждет дальше? Хуй его знает, Риля. Хуй его знает. Он в куче роботов? Ну давай еще раз напиши мне. Не, надо, короче, модеров нанимать. Я так подумал, нужна новая модерация, железно. Нужны один или два, 100%. Не вывозят уже вдвоем, тяжело. Нет, не вы. Вы что, я из вас, из всех, кто печатает в чат, никогда модерка не выдастся. Вообще никогда в жизни. Нет, нужен какой-то модератор. Я подумаю. Это пи***ть, ебаните вы сейв, когда я вылажу с ебаной раковины, нахуй. Какого хуя я должен это делать, блядь? Пи***ть, я могу сдохнуть за секунду и играю полдня, эген. Бля, чела вообще не смущает, у него ебать тут робокоп бегает. 40к в месяц, модер на месте. Под столом разрешаю раз в месяц прийти яйцам не вылезать. Согласен, чи не? Раз в месяц, не больше. Опять же, а где хуй батя? Где батя, блядь? Это тёлка, а где блядь? Стоять! Стоп. Девочка сказала, ее держит какой-то кролик. Какой? Если один здесь, а второй поет на сцене. Кто держит девочку?
Бонни на сцене стоит. Батя. Батя чудовище. Каким же умом? Есть еще Фокси, да. Ой, чел, иди нахуй. Тоже умных, пожалуйста, вышли на чата. Стрим для тупых. Слушай, ну нам явно сюда. О! А, ну конечно, блин! Ну конечно, ну а где же еще быть ебану ключику для вечеринок, блядь? Ясен хуй, ясен хуй. Ключ карта в охране. Сука, где хуй грыз сейчас дал? Блять. Тише, 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 тише. Анюка. Да что ж она верещит, кобыла? Ее поебывают там в натуре. Иду, иду, мымрочка, иду. А ну-ка. Никто не воет, никого не еб... Спасибо, я уже думала, что мне конец. Я ищу своего отца. Ты не видела его? Нет, я никого не видела. Но я слышала странные звуки, доносящиеся из вентиляции. Я точно слышала чьё-то мужское бормотание. И храп. Это должно быть он. Думаю, ты теперь можешь самостоятельно добежать до выхода, только будь осторожней. Ладно, удачи. Папа? Папа! Папа, он добрый! Папа, ты ж... Мишка Фёдор? Мишка Фёдор смотрит слева, пап. Папа, сейчас будем с Федей драться. Я сейчас тоже буду выбрать, кто выживет. Тот, кому я надену намордник на голову, выживет. Либо я, либо папа. Ну, папа свое прожил, очевидно. А я спас столько девочек. Ну, короче, батек, на съедение пойдешь. Папа, ау. Пойдем. Похоже, что-то пытается забраться сюда. Мне лучше спрятаться. Оп. Прикинь, сейчас батя начинает такие, эй, this was so home. А ну. Оп. Ну куда? Верни! Верни папу, нить! Сволота, ёб. Отлично. Там тут медведь. О боже, блин. Идите нахуй. Стоять. А я не могу сейчас в ведмедя переодеться или нет? Нет такого варика, да? А, это предмет для обмена вообще. С кем я трейдиться буду? Куда унесли папу? Подождите, а что это вообще за комната? Ее нет. Ее нет на карте. Куда папу унесли, охуенно? Подожди, а если мы залезем сюда и посмотрим на карту, где мы будем? Нигде! Пи***ть. Задние комнаты, на. Папа воет! Папа воет, да? Вот эта дверь. Это она! Батю! В охрану? Батька в охрану тащили, да? Железно. Упала. Ух ты, бля. Да, батя в охране. Железно, батя в охране, больше негде. Больше негде.
Бля, ну он воет слева, what the hell. Нить! Мобилка. Да, здравствуйте, не подскажете, папу видели? Ясно, это тоже диалог, блядь. А где папа? Верните пап... А где папа? Тут нихуя нема, да? Вы думаете, в бассейне? Но больше нигде нема. Походу, да, прикиньте. Прикиньте, басёк плавает без меня. Упала дура. Или на сцене ща поёт. Вместе с Федей это всё розыгрыш был, Два дебила. Ну шо такое? Тварь Я ж нажал! Я нажал! Что случилось? Почему я не чувствую мой голос? Что с моим голосом? Мишка Фёдор? Боня. Пока, ребят. Почему они дружелюбные? За кого они меня принимают? А Фокси где, эй? Тут батя, да? Здесь батя! Кто... Что я такое? Это из-за чего? Из-за того, что меня съели? Так я... А, я же нажал на кнопку, what the hell? Блять, нить не пойдет! О! Подожди, а я нашел же ключ-карту? Да. Сейчас пройдем, изи. Сейчас изи гамы будет, рыля. Я в натуре... Я в натуре мисанул по ебаной кнопке, ты прикинь? Я нажал на Е, а потом нажал на F. Еби меня нежно, на... Давай, чувырла, я открываю, только я предупреждаю. Будешь брать в рот, нежно, падла. Я предупредил, я предупреждаю, сука, один раз говорю, блядь. Если что, это уже третья концовка, которую я изучаю. Вы здесь? Третья. Я эксперт, на... Я уже фандом, блядь, создаю, мне пиху. Просто эксперт по фна... Не иначе, блядь. Папа, ты жив? Какой же, кстати, долбанский мув. Я не могу выйти в эту дверь. Причина, там стоит Федя. Но когда мы приходим к этой двери с другой стороны, Феди нема мнения. О, разработчик, старайся лучше. В этот раз у тебя получилась такая игрушка, которую Лёха смог пройти. Поэтому давай, чтоб в следующий раз вылетали. Да нюхай хуй, выдра.
бегит, 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 он бегит, 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 он бегит, бегит, бегит. Какая вторая была? Когда у меня игра забагалась, и я просто вышел. Так, лады. Все, сейчас главное нажать на кнопку. Я готов. Я готов, сучки. Пам! Упал на. Батя! Ныряй! Папа! Папа, нырять! Папа. Попа. Нет, только не умирай, пожалуйста, не умирай. Попа. Ебать, живой. This was все. Освальд. Что за хуйня? Теперь посмотрим, папа придет меня спасать. Бля, это пи***. Что, блядь? То есть, концовка, где я стал аниматроником, хуй. А где меня вы***ли в рот, охуя? Пизду. На ютубе гляну, блядь. Я в рот того ебал. Открыта новая музыка. Включу на радио, на проигрывателе. Это вторая плохая концовка. Да, в моем случае третья, блядь. Все, я буду ждать выхода ролика у Куплининга. Мне просто интересно, какие еще концовки есть. Типа, что можно еще сделать? Подождите, подумайте. Я прожал клавишу. Я умер. Я не прожал клавишу. Я умер. Я ушел. Папа умер. Что можешь проверить? Что, мне надо было уйти? Типа, мне надо было вылезти и отойти, чтобы это чудище меня не съело? Так он бы схватил батю. И все. И 5 дней заново. Если собрать все вещи, связанные с батей, выживешь и ты. Но я об этом и говорю, вот во ФНАФе вот это вот залупа, что типа, тебе надо, блядь, вот тут проверить, потом железно сходить на... Да, мне нужна помощь! Касаемо Мишки Фёдора, будьте добры подъехать! Ведмедик Фёдор, знаете, ребят? Просто пи***ц. Ну, ты вообще-то не подобрал там, ну, пластиковая карта висела на 3-м этаже, нужно было лестницу с дома... принести в подвал в другом времени, там подняться, там лежит карта. Ты берешь эту карту, идешь, открываешь дверь именно в 3-ю ночь, в ночь с 3-й на 4-й день. Подходишь, прикладываешь карту, там шкатулка. Шкатулка открывается по отпечатку пальцев девочки, которую ты спас в комнате охраны. Приводишь ее, она нажимается, шкатулка открывается, там клубок. Плетешь носок, кладешь его у кровати на ночь, на следующий день, на 5-й день просыпаешься, и там ключик, с помощью этого ключика ты открываешь тайную дверь. В этой тайной двери там лежит предмет, с помощью которого выживаешь ты и твой папа. Но игра классная, мне понравилась. Но я опять же, как я и говорил, я ни разу не испугался. 2D игра не может быть scary, really. Не может быть, не может. Был хоть одет, сейчас так и будет. Спонтанная и быстрая. Это просто забить хуй на своего батю и в первой же ночи просто взять и свалить с пиццерии 1985 года. Концовки, на получение которых вы потратите много времени. Во, обычная концовка, слили. Для получения третьей. Секретная концовка. У меня есть секретная концовка. Дрэпс, даешь. Хорошая концовка, блядь, удивляй хуй. Придется... Для получения четвертой концовки нужно уже немного напрячься, ведь нам придется подбирать рандомно разбросанные предметы по углам в каждой комнате в каждой ночи, которые будут показывать нам одно из воспоминаний, связанных... Я их все подбирал, сука.
напрямую с семьей главного героя. Типа фотка нашего мелкого ГГ, обручальное кольцо подбирал мамы и папы. Ну, в общем, что-то в этом подбирал духе. Все. Всего в вашем инвентаре должно быть около 5 таких штук. И кошелек, и фотографии семейного отдыха. У меня все было. Если мы все подберем, перед тем, как спасать батю вот возле вентиляции, мы сможем подобрать странное фото, на котором, скорее всего, изображено лицо Генри и Уильяма. Кого? Но это мои догадки. И перед тем, как прыгнуть с отцом в бассейн с шариками, Освальд потеряет это самое фото, на которое обратит внимание желтый кролик. Я неубиваемый кролик-убийца, а меня заколдовало фото! Сука, идиоты нахуй, я ебал! Бля, этот ФНАФ вертел нахуй, бля, я ненавижу эту игру, ебал! Дерьмо ссаное, блядь, это пи***ц. Да все, соси х***. Смотри, не прыгнул, блядь. А, прыгнул. Тут бы я уже точно въебал. Да, да, кролик-робот не может порвать детский магазин. Ой, конечно, верим. Верим. Да, не рвется никак, да? Конечно. И умер. Бредятина ебаная. Притом самое обидное, что я в натуре все эти... Я все подобрал. У меня все... Семейная фотка была, его фотка была, кошелек, обручальное кольцо было железное. Я бы сейчас мог просто... Меня в фандом ФНАФа запостили как легенду. Но меня и так обязаны запостить. Сосите хуй. За беголовки Джефф все равно пострадает от рук кролика, который, как оказалось, ни хрена не умер. Кролик не умер от того, что застрял. Мне искренне жаль работягу Джеффа, который пострадал по итогу больше всех. Так вот, если вам его тоже жалко, есть еще одна концовка. Чтобы спасти нашего приятеля, нужно как выполнить условия прошлой концовки, так и еще больше запариться над этой и пройти все секретные мини-игры, которые олицетворяют... А еще в конце, перед выходом, вот так вот, Литвиненко. Там же просто сочетание клавиш. ВСД, Б квадрат, Shift, зажать, знак вопроса, процент, доллар, хэштег, две скобочки, троеточие, бэкспейс, F12, F3, F4. Появляется мини-игра, и ты идешь на бовдур, блядь. Другие рассказы по типу фетча и быть красивой. Чтобы разблокировать мини-игру с фетчем, где нас в конце загрызет собака, достаточно пару раз удачно поиграть в игровые автоматы, заработать 20 билетов и получить за них купон. Тогда в пятой ночи... Подождите. Это же реально кто-то, делал? То есть, это же... Вы вообще осознаете отчет? То есть, а может это не фул? То есть, игра вышла 3 дня назад, а прикиньте, есть еще концовка, которую просто еще никто не знает. Которую просто еще не попробовали. А что если одну мини-игру из 5 проиграть? Будет еще одна секретная концовка. В которой мистер Федор становится добрый. Подходим к автомату с игрушками и играемся. Но блокируется мини-игра с той самой худой бэйби из рассказа Into the Pit. Ну и последнюю. Это все психопаты, фанаты этой игрушки сойдут с ума на. Все, и притом самое ебаное, что они не сами, я никогда вот этого не понимал, то есть все эти челы не сами находят концовку, они ее гуглят и проходят по гайду, а в чем интерес? Нет, если реально до этого до хорошей концовки можно прийти самому, окей. Уверен, тебя уже с этой игрой. Да,
Пиздец. Надо все альбой руна. Да, иду, но с вот этой хуйней сам додумался бы, ну, человек один, наверное. И нам разблокируется мини-игра с той самой худой бэйби из рассказа Into the Pit. Ну и последнюю мини-игру разблокировать тяжелее всего. Ведь нужно сначала позвонить на номер 77. И услышать чью-то смерть. Хлопнуть и посмотреть, что под подушкой, надо или не? А что если позвонить на 1-337-228? Там может еще какой-то звонок будет? Возможно, Уильяма в костюме... У меня три концовки, я прошел на 18 ачивок из 38. На русском на 100 ладонях. Главная героиня рассказа погибает в пузе Фантайм Фредди. Ну, ладно, разобрались. Стоять! Нужно под... Смотреть, у меня есть конц... А, у меня есть ачивка, которая есть у 37% людей, прикинь. Я рейр экспонат. Я звонил в 911, это вообще в 21% есть. Блин, какой же гений, боже, какого же гения смотрите. Подойти к конфетным шарикам, расположенным в зале кафе, и нам придется очень долго и нудно дрочить возле них кнопку Е. Но в итоге мы получим мини-игру с плачущей девочкой из рассказа, которую я упомянул выше. В общем, пройдя все эти три мини-игры, смело спасаем нашего батю и наслаждаемся хэппи-эндом.